А зачем? Без разницы. Дело в том, что это же всех пользователей в виде CV коснется. Молдовы, пока и Украины, есть перебои. Он написал в суперчате, он даже закрепил это сообщение. Он написал. Все понятно. Он написал. Так, как активировать другой VTC Волга? Что-что? Ctrl-Tab. Не работает. Там траки перебивают. Да ничего там ни хера не перебивает. Шарк. Что? А ты чё, готовишься к наказанному, что ли? Я к наказанному? Нет, это его грузовичок чё-то. Но о, же... мою картошку так подтянуло, неинтересно. Да. Есть. У нас же это... Автомобиль чего? Решили не выдать на этот раз. Ну, простите, не я делала. У меня ведь и CV не работало. А он 2 дня поработал и опять перестал работать. Отмашка. Договоримся. Это, чё я хотела? Я хотела узнать, как стоит маршрут. Я знаю, что он едет через Лейпциг, город, который у меня закрыт. Но опять же, не на этом профиле, он закрыт. Короче, вниз, на 38-ю. Короче, потом через триет. Нет, проще так сказать. Первая точка стоит в Лейпциге. Вторая точка через... То есть, чтобы не на трассу выезжали, а через триет. База, да. Нет, не на заправке, а через триет. Дрезден гараж. Маш, тебе маршрут нужен? Да не, сейчас я поставлю его. Потом Прага, Барно, Братислава. Первые точки две, они рядом. Лейпциг и прямо над Лейпцигом узкоколейка через три. И это вторая была. И третья точка стоит возле заправки между городами Братислава и Будапешт. На М1. Все, больше точек нет. Всем привет. 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 Так, ну что, сегодня получается третий класс может сдавать на второй класс, да? Какого? В смысле, ну с какого? Маша, нас много. Маша, что, давайте готова, проедемся. Я готов, да. Кто там еще был? Сейчас, может, Дэн подвалит, он тоже хотел. Какого класса? А, вон он. Второго. Там, на этом, проехаться. Этой, как она называет? В порту. А на третье что надо делать было? Проехать 4000. Понятно. Я все в пролете. Ой. А то потом защищать еще. Поехали 4000. Так ты этот, третий, во-первых, защищать не надо. Во-вторых, надо. Третий надо. Нет. Надо. Зачем его защищать? Иди, прочитай правила. Третий не все надо. Все надо защищать. Ты подожди. Сейчас Саныч проснется и все скажет. Защищаем все, что есть. А во-вторых... Ты занимаешь вроде как бы должность. Так что давай. Угу. Давай. Понимаешь? Ром, а давай ты микрофон чуть-чуть тише сделаешь. Понимаешь, Ром? Мне получается при должности получается плюс одна категория. Но я от этого отказался. Мне эта категория не нужна. Мне и водитель устраивает. Что, Саныч, еще раз? При одной. Ну, то есть у него должна быть хоть какая-то категория. Типа почему третья нет? Хотя бы, да? Ну, он может отказаться от нее, это его право. Ну, типа вот как Фил, у него была вторая, он получил первую? Да. А у меня был просто водитель, я получила третью. Я ее защитила. Я, правда, долго собиралась. Так, Саныч, мне реально микрофон надо потише сделать? Да. Так меня же остальные не будут слышать, возьми меня, убавь. Я тебя прекрасно слышу, даже на 50 шарк, серьезно.
Я в такой ощущении, что я тебе и не убавляла. Не, я просто ничего не делал. У меня как стояло 100, так и стоит. А ты уверен, что все расстроятся, если перестанут тебя слышать? Окей. Да ладно, без обид, я пошутил. Блин. Я помолчу. Это очень тонкий троллинг. Мут. Мне? Тут, пожалуйста, вообще даже буду рад. Нет, мут по жизни. Тайм-аут? Да ну, это какое-то издевательство, этот оверлей. Дискорда дальше глюкнул. Теперь вы у меня без ников, но зато с аватарочкой. Нет, там все настраивается. Ты показываешь. Я выбрала все как было, и оно все равно вот, ну, типа, вот эта хрень у меня. Ну ладно. Так лучше? Да. Или ничего не изменилось? Мне стало тише, приятнее. Макс, ты это? Ты в Юкона? Так что давай сдавай на класс. Угу. С какого лешего я должен сдавать? А ты не Филой. Да-да. Это моя личная инициатива. Хочу и сдаю, хочу не сдаю. Моя не хотеть. Слабак. Я ты знаю, слабак. Я этим горжусь. Ты слабак. Он не такой, как все. Да. Должен он же... Он сегодня не такой, как вчера, да? Должен же, хотел сказать, утках, должен быть один серый. О, я знаю, надо наказанных... Надо наказанных в утки отправлять. Ага. Первый же полетишь ты. Там регистрацию все проставили. Как инициатор. Ну, я вроде тыкнула. Саныч, а ты не загрузился еще, да? Я... Тут что какие-то проблемы с этим, с клиентом. Я ж хотел на автомобиль посмотреть, на новый. Так я тебе его показывал? Когда? Ты мне показывал щуку. А, щуку? Ну да, извини, поэтому не сдержался. Ну это понятно, автомобиль-то новый, хочется мне посмотреть. Какой автомобиль новый? Новый дизайн. Для Юку? Ты же вспомнил... осталось. Вспомнил мемчик, да? Вы, говорит, рыбов продаете, говорит, нет, показываем. Красивая. Так же и тут всячь компания. Не, нормально. Мне принесли, я думал, что будет немножко хуже сделано, чем... Она... Нет, Саныч, она потрошенная была или нет? Она, это полностью засоленная с нуля. А, ну вот щуку... Потрохами со всеми этому было, даже не разрезай. Не-не, щуку надо потрошить. Не, я попробую. Тогда еще вкуснее будет. Видишь ли, там икра была. Ну она такая была, прям это, каменная, засоленная хорошо или мокрая? Она хорошо была засоленная, там вообще мокрого места не было. Вообще, это вот это моя... Я еще люблю, когда ржавеет еще рыба, вообще, когда она так, что аж с костями можно есть. Я очень рада, что вы вот обсуждаете соленую рыбу, которую можно выпить под пиво. Типа пора ехать уже. Маша, я с тобой... Это я не к тому, это я к тому, что у меня алкоголь не продается. Машка, я с тобой, у меня медкомиссия на днях. Сижу, не бухаю, как дурак. Не, ну у тебя хотя бы есть это, а я не могу просто купить алкоголь. Тут в России тоже планируют... Вот что ты за человек такой? Вот знаешь, когда его продавали, ты его не покупала. Когда его перестали продавать, ты вдруг захотела его купить. Ну я тебе сейчас расскажу. Спросите. У меня, значит, в холодильнике лежит одна таранька и кальмарчик. Ну вот кто ест тараньку и кальмарчик без пива, объясни мне. Ну как можно с мартини смешать? Моя дочка. Я. Ну, это тот, который купил до сегодняшнего дня. Пива, да? Я, который до сегодняшнего дня. Не, ну хотя бы класс был, там... серьезно. А что там с тем, что взяли в стажеры Алана?
Уже нет. Взяли, так и выкинули. Кто тебе сказал, что он есть? Вот ты его здесь видишь? Нет. Он вроде на экономике до сих пор светится. А он здесь есть. Да, есть одна такая фишка, которая не работает так, как надо. Поэтому случился небольшой системный казус. Нет, там с этим Аланом это вообще пост произошел. Мы с ним в личке пообщались. Но... Ты, в принципе, могу переписку скидывать. Человек прям пытался зацепиться за что-то, но, блин. Он тоже решил... пытался у меня зацепиться. Он решил написать мне, типа, я сейчас встану на его защиту, там буду биться, чтобы его оставить в компании. А тут я открыл правила и начал ему цитаты с правила кидать. Жестокий ты человек был. А, да я сейчас это скрин скину. Знаешь, что он мне написал? Я его везде поменял. Все по регламенту. Я на его посмотрел, везде его личико. Заебись. Разговорчики встали. Оу. Пардон. Так он тоже, кстати, поменял. Успешно. На деловой линии. Чем ему артики не понравились? А артики его уже выкинули, потому что я им написал. Деловые линии, серьезно? Он в курсе, что это вообще-то компания игроков, которая действительно работает в деловых линиях? А ты в курсе, что он там и работает? А ты в курсе, что я сомневаюсь, что это именно та самая компания? Ну, по крайней мере... Вроде как я читал описание, это та компания, потому что я еще когда работал в деловых линиях, в каком там, в 15-м году, нет, в 16-м году, да, в 16-м году, когда я работал в деловых линиях, в 15-м, короче, когда я уходил из деловых линий, да, это 15-16 год был, они уже тогда существовали. Ну, тогда-то я помню. Алан Вальтер играет Евротрак. Ага, пускай играет. Знаешь, есть один... А я вот не помню, его ID-шник удаляли или нет. А дело в том, что, насколько я помню, колонич может присоединиться только тот игрок, который это могло составить компанию, правильно? Кого? Ну, чей ID-шник есть, но я уже заманалась. Мы либо не добавили его ID-шник после того, как он вернулся, что скорее всего. Потому что, по-моему, удаляли. А добавлять... Да, скорее всего, просто не добавили, да. Да, скорее всего, мы его туда не дописали, потому что удаляем мы хорошо, вот добавляем иногда. А что в дизайне, в смысле дудки и лайтбар? Ну вот видишь, это мой лайтбар? Ну я вижу, да. Ну да, вот это. Дудки тоже, да? А эти лампочки ненужные абсолютно. Маячки убираем, да? Маячки, да, надо убрать будет, потому что как бы это могло, ну... Потому что, скажи правду, нафиг они не нужны. А цвет оставляем серый, да? Нет. Серый. Нет. Цвет... Жалько. Все будет, подожди еще. А нижние есть расширители? И движок на 500, да? Движок на 500, но у меня пока что это только 300. Ну я понял. Но 500, не 520, правильно я понимаю? Нет, 520 будет, 500-ки же нету. Есть 500-ка, и давай 500-ку, Саныч. Вока сколько катал на 500-ке? Ладно, кто это? Кто больше этого монет сбросит его на сервер, этому того двигателя поставим. Дядь Саш, а ты точно за рулем сидишь? Значит, на эску есть офигенный нижний этот, и можно поставить расширители, они красиво станут в дополнение к вот этим фарам основным. Есть такой изогнутый... Я знаю, но он модовый. Почему модовый? Нет. Да не, вот так вот нормально смотрится, ничего лишнего. А юбки не будет? И все практично. Я еще раз повторюсь, я до юбки еще не доразвился. Не, он просто говорит практично, я же говорю, а расширители тоже действительно нужны. Есть, Саша, ты за рулем сидишь? Да. А что тут там женщина сидит? Ну мы с Санычем поменяем, все, отстань. Подожди, а что такое расширители? Что за расширители ты имеешь в виду? Нижний свет. Есть верхний свет, вот смотри, вот я включил верхний, да? Ну, плюс, понятно. Есть нижний. Да, вот
Да не, вот так вот достаточно, в общем-то. Нет, ты не понимаешь. Так они нужны, когда вот ты едешь по узкоколейке где-то, и, например, там дождь фигарит и всякое такое, то ну, без них капец, как на узкоколейке темно. Ну, вот, можно поставить, знаешь, куда, на эту скотину. Подождите немножко, немножко подождите. Значит так, это могло. Ладно, давайте, наверное, будем трогаться по чуть-чуть, да? Я веду, замыкает Гога. Ну, вот 4. Порядок выезда 2x2, Шарк, Локумус, Сандер, Фликсфон, Майонескин, Денис, Даримар, Гога. Погодьте, погодьте. Дэн, чуди. Следующая серия задач про тебя. Чего? Роли выдал. Приоритета. Вроде как. Ну, вот кнопку назначать надо. Можно я не буду? А хотя, почему не буду? А можно повторить, с кем я еду? Порядок выезда. Крупье, 2x2, Шарк, Локум, Сандер, Фликсвелл, Майонезкин, Денис, Даримар, Гога. Все готовы? Ну, раз готов, значит, поперлись. По серии мы не одни, так что аккуратно. Красная сумка, зеленое движение. Поверните направо. Изменение. Погода до 50. Пардон, я догоню. Yes. Съезжай. На выезде 50 до сбора. Аккуратно, возможно, выезд из напилки. Он, блин, едет или останавливается? Что он делает? Да уже ты выехал 300 раз, пока он да тут на чем занимается. Он сейчас тебя перекроет просто и все. Я ему перекрою, блин. Кинули, а батя остался фликсом. По-моему, верхние так и светят вместе с нижними. Ну, они светят, но они не влияют, короче. Когда их включаешь или выключаешь, они не влияют, типа, на ширину или на дальность. Я вот думаю, они когда-нибудь хоть раз с этого додумаются для того, чтобы включить выхлопные газы. Как ВПС сядет весь? Можно, не надо? Да там этому не будет слишком большой. Да.
от флажков. Такие лаги, блин. А от выхлопных газов это будет пипец плохо. Знаю, я езжу с флажками, ну, когда, когда... Ну, у меня лагает все. Когда заезжаешь, где дохренище народу, тогда начинается. Ну и причем похер, какой у тебя ком. Ну, потому что под этот движок как бы не рассчитан, что у тебя флажков будет 300 штук в табе в одном месте. Ну, согласен. По-моему, когда много народу, уже просадка идет. Оно и в сингле видно, когда вот восьмером едешь, как только начинаешь собираться в восьмером, сразу видно посадку. И тормоза. Скрутили? Угу. Что-то да. И Аскания. Скручено все. Чистый лист. А, подожди, он же ее не выдал. Не знаю. Цыгане украли. Как в МФСке, я бы на подбойник поворачиваю. Внимание, 17-17, 10-1. 10-4 налево повернули. Калубы, в принципе, в сборе. Идет аккуратно. Имеется один догоняющий. Уж последний вижу мы не на стену только. Сейчас будет двое, сейчас мы заправим, еще слышим. Как бы я ни хотел, но 100 литров мне не хватит доехать. Вот эти безответственные водители. Надеются на ответственность логистов, а сами. Так, ну, как это ответственность? Обычно, когда, ну, вылазит у тебя окошко, типа, ну, исходя из того, что типа на своем или не на своем. Вроде просто, ну, был разговор, что всегда будет выдаваемый, потому что, ну, не у всех есть уровень, чтобы просто покрасить. Если бы я был, ну, на машине на подготовленном, официально, естественно, что я бы подготовился и заправился, и туда бы сюда. Уже полгода прошло, уже можно подготовиться было. Нет у меня, как это полгода, нет у меня уровня даже, чтобы раскраску хотя бы взять. Кстати, Сандр. Режим симуляции ввели в октябре месяце, сегодня какой месяц? Ну, а сколько у меня рейсов, возьми, посмотрю. Ну, это ваша проблема, я в компании. Я как вступил в компанию, так и начал снова играть. Гонки-то хотел? Да, я хотел у тебя поинтересоваться, мы сегодня поедем километражи накатывать. Да, можно. Я нетрально 5,5 катил. Ну, еще бы на 40 уже съездить бы. Да, без проблем. Да? Я надеюсь, сейчас мы поедем с реальными милями все. Никто соточку не поедет. Жду отмазки этого. И не будет соточки. Стоп, какой соточки? А ночь прикатить? Соточки что? Тон? Километр, час. Я бы с удовольствием его поворот. Чтоб типа реальнее и километраж не. У меня походу две доставки смешались вместе. И что-то получилось? Не знаю, у меня сейчас километраж идет от старой доставки, которая. Ну, я надеюсь, там у тебя в доставках было майонез и кетчуп. Ну, что, 75 пород направо. А теперь картошечки, и все хорошо. Масло еще надо донести, картошка фрит. А вот мне интересно, если мы удаляем игрока из этого катмого, из драков, его статистика тоже удаляется, или же остается в сумме? По идее, удаляется. Проверим, Саныч. Да, после конвоя сразу. Вот так вот. Это, что я хотел... А, по поводу траков, сидели, мы общались, и такое есть предложение. Денег в компании сейчас много, как бы всем хватает, все хорошо, мы об этом уже перестали задумываться, и по умолчанию выдать всем по Scania S. Ребят. Алан Валтер на старте. Ну, значит, есть водичник. Пускай стоит на старте. Но все равно до конца колонны никто не доезжал. Направо повернули. Как там происходит вот это вот? Добавили типа грузовик, как им пользоваться? Да просто покупаешь в игре такой же грузовик.
Или у тебя имеется такой же грузовик, на нем катаешь. А подожди, у нас Настя. А ты где? Я у нас прямо поехал. Я поехал прямо, я же говорю, на заправку. Не, имеется в виду Фликс, вот где сейчас. Я на старте. Он же догоняющий у нас. Он ждал Валтера. Дорогу показать. Сейчас вдвоем поедут. У меня машинка стирала. А меня другой вопрос интересует. А вот, например, как удалять, ну, вот, например, куплен, да, грузовик, а как он удаляется или продается, например, если нужно? Все сам сделать. Все сам сделать. Для смены на другой, там, такие вот. В смысле смены? У тебя будет 10 грузовиков, но можно хоть 20 за один человек прикреплять. Ты просто катаешь, если он тебе совпадает с тем, что у тебя в игре, у тебя не берут арендную плату и все. А там без разницы, на куда ты едешь. Просто, ну, мы как-то общались и, в принципе, пришли к общему то, что Scania US всем выдать по умолчанию, а по Америке, ну, написать, чтобы каждому там выдали, ну, в основном по одному грузовику на Америке, да, кто-то выдал там Battlefield, кто-то там в чем-то, короче, там катает, вот, у каждого, в принципе, один грузовик только на Америке, на котором он ездит, вот, и на Америке, чтобы отписались и всем выдали там тоже грузовики, потому что денег хватает. Пускай уж будут. Где 70 или 80? 24. Да я думаю, в конце месяца хватит и на все Петербилды. А мне вопрос такой, а что потом с этими деньгами делать, которые... Да ничего, посадят? Как на VTCV садить его. Будем покупать 3-литровые банки и закапывать землю. Они будут это сами списываться за ремонт шасси, двигла, КПП, это... Да, техосмотр уходить будут. Не, ну я читал в Дискорде, что разрабатывает, что планируется, типа, добавлять здание инфраструктуры, знаешь, типа, развитие там административного здания, короче, типа, чтобы деньги было бы сливать. О, а у логистов будет свой шалаш? Отца, ну, целый цех. Целый цех. Шалаш. Подозрение, что то, о чем мы когда-то разговаривали с Алексом, он, видимо, когда-то кому-то выдал из компании. Стасмастер-то там был. И он, походу, сейчас сливает все идеи туда. Ну, не могла идея один в один возникнуть у них. Ну, а ты думаешь, что он первый, что ли? Нет. Что он первый? У Алекса не только Стасмастер, там, с коммунистом. В свое время еще, помните, по-моему, Визарды тоже надонатились, скажем так. Я просто... Я слегка панель. Так, вас Кахол догоняет. Причем агрессивный. Именно Кахол. Ник такой. Я не успел глянуть. Там 7-6 рус было, но не тот. Но он агрессивно себя видел, короче. Агрессивно к... Нормальный украинец. Ну я хохол, я неадекват. Да, ты неадекват. Ты хочешь это доказать? Я забанить. Ну тогда миритесь с этим. Мы уже давно привыкли. Расслабься. Внимание, объезжаем ближе. Сейчас я могу вам помочь. Будьте аккуратны, мы не одни. Красная остановка. Остановился. Еле-еле. Я без тормозов, сейчас будет колонна в сборе. Я... Это пофиг. Самое интересное, я остановился в сантиметре от полосы рядом с покрышками. Ты мог даже одной осью переехать полосу? Не мог. Мог. Если бы одной осью переехал и остановился, ничего бы не было. Ну, я попробую, но ты мне потом возместишь. Так, интересно. Как агрессивный хакл. Ребята, давайте в два ряда пройдем этот светофор. Кто там стоит еще? Здесь. Ну как? Так, а что я не понял этого? А что мне... Главное... Слушайте, а как у меня клавиши-то? Какая клавиша на приоритет? А за нами голова. Как же вовремя переключиться? Я поняла, да. Так вовремя ж лучше бы стоял на месте. Вообще.
Давай, перестраивайся. Короче, забыл, как раньше. Стафор прошли. Второй тоже красный. Второй красный. Две полосы. Аккуратнее, Маша, смотри в зеркало. У нас опережение в одну полосу пока. А, он хохол, потому что он в украинской раскраске. Нет. Да, не, ну, в украинской раскраске, это я его заметил, у него там еще написано Ukraine. Но дело не в этом, он меня чуть не снес, если бы я в сторону не уехал. Прям из полосы в наглую выжил. Ну, раскраска. Там нет все равно. Самое главное, вот у меня линчопинг на VTCV не покрашен. Специально поставили здесь точку. И что, не работает на колонне VTCV? Ну и с красным только в селедке. Отобряю. Газ, газ, газ. Ну да, это до края. На, плюс один в колонию, что ли, догнал. Если встретим. Ну, там дальше, видишь, проезжает. Ха, Ром, лучше бы сразу влево перестроился, потому что ты правую ручку. А, у меня лично профиль, что я остановился. А, в меня кто-то влетел, что ли? Ты чуть не улетел. А, там другой цвет, что ли, горит. Угу. Не, Маша стала прямо проехать, а я от нее дернул в сторону. Видимо, игроки знаки вообще не умеют читать. Хорошо, что не передернул 40. Чуть не ушатали на главную. Проезжай. Скорее всего, некоторые. Дай дорогу дураку. Что там этому Алансу остался? Да я давно от него уже угнал. Хорошо. Красный кто-то сзади меня. Нет там никого. Слушай, я на личном профиле немножко плевать на ваши красные. Би-би-би. Би-би-би. Думал, ты будешь честный, девочка. Нет. Даже я не честный, я Машки ток. Сиплого надо звать. Все, все, это блин. Это надо пожать руку тому человеку, который этому его придумал. Если, конечно, у него еще есть рука. От Сиплого ему уже привет передай. Маквин. Мне кажется, что это Маквин. А, уже улетел. Кажется. Маквин на 95, там другая компания просто. Куда он улетел? Я подумал, это наш Маквин. Он там улетел. Что тебе написал? Лос-Анджелес. На гонке уехал. Не видим. Гонщик. В этом вопросе почему-то я сам солидарен. Я подозреваю, там это моего соревнования по этому, по распитию около руля, да? Литербол. А я бы участвовал бы. Победа, участие, да? Да, да. Квалификацию не прошел. Или я не профессионал. Проходили, светофоры закончили, направо повернули. На свободном заезде бы остановился на луку. Ну, я бы просто, там есть же для любителей что-нибудь. Вот то я бы там... Ну, там для любителей в основном через тряпочку. Не, он произвольную программу бы откатал и все. Да, типа веселые старты, быстрее, выше, сильнее. Приготовьтесь к повороту направо. Как драгрейсинг.
А, кстати, Валера, блин, уже это по поводу трактов-то так не договорили. А, ты вот говоришь, каждому потребил ты выдать. Я тоже предложил такой вариант, когда мы там сидели толпой в чате. Но многие сказали, мой бьет, не ездил на потребилась, а нафиг он мне нужен. Ты со мной говорил, ли? А, может быть, и с тобой, да. Я ж не помню, нет, кто там был. Нет, это не со мной говорил. Ну, у артиста, например, после наказанного он никак с минусом не выйдет, он на генвардей. Не, просто у нас как по Америке, да, если смотреть, то у нас Питербилд для тех, кто выбрал Питербилд, да, кто хочет на нем ездить. И как бы тут искание-то она для всех. Ну, если ты не планируешь... В Америке еще нет для всех одинаково. Выдается Питербилд? Почему? Ну, значит, вот пейте и все. Ну, а если... Ну, это то же самое, что и с Европой. Кто-то нет, не ездит на скане. Не то же самое. Было заявлено, что типа Америка свободная страна, и есть какой-то регламент для Питербилда. Если действительно кто выбрал Питербилд. А так ты ездишь на любом грузовике просто в компанейской раскраске. Таныч, я ничего не буду? Ну, да нет, ничего. Вот, и вот по поводу Америки, предлагаю просто всем подписаться или Санычу там, или не знаю, давайте какой-нибудь канал создадим опять же в Дискорде, блин, куда это все будем писать. Слушай, сколько... Ну, я понимаю... Нет, слушай, да, давайте ветку просто создадим. Ранее задницы бумагой мы тоже создадим канал. Давайте создадим канал для создавания канала. Нет, стойте, ребят. Давайте в автопарке ВТК просто создадим ветку, в которой мы по поводу Америки отпишемся, да, гоним всех через Вирван, скажем то, что все подписались на какой не грузовик, выбрали на Америке. И все. Кто вот отписался, тот получит грузовики на Америке без всякого там дергания Саныча за усы, там, не заморачиваясь, ничего. Потом эта ветка просто закроется, и все. И не надо агрессировать по поводу канала. Я, конечно, понимаю, то, что закрываешь Дискорд, и глаза разбегаются. Она не закроется, она свернется. Она не будет ее видно. Она уйдет в архив, ее не будет видно. Да. Если ее не поддержат. Сердце? Что-то вы, Саныч, что-то такое делаете. Вчера мне вот тыкали, во-первых. Меня за усы таскаете. Вот так вот руководителем быть. А я вообще-то побился. Вот это что я говорю, а Саныч вчера за усы? Я полностью сбрил все. Ну, кроме... мышек. Даже брови? Страшно. К лету, типа, приготовился, да? Нет, летом первый же день отпуска я буду сейчас вообще на лысо выездить. Короче, ты будешь прыгать через костер. Эпиляция. Просто-напросто я понял, что после тяжелого года это самый лучший способ справиться с нервным напряжением. Выйти в поле, да, выкричиться, но работать раз-отраза. А вот этому побрить свою... Ну, если, конечно, у тебя есть что брить. И, соответственно, это всегда спасает. Главное, чтобы потом после этого на следующий день не вызвали на работу. Че, не знают? Не пустят? Там просто эти будут в шоке. Абитуриенты. Как USB, да. Здрасте, я Никита, везде побрито. Здравствуйте, я лысый из Бразерсов, да? Привет. Что да уж. Лысый Николов. Опять. Александрович быстро на себя одеяло перетянул. Я бороду всю зиму не брею, нафиг. Холодно. Да зимой не надо быть, да, я согласен, она намокает, там, выходя на улицу. Но, тем не менее, теплее все равно. Конечно. Природа дала такой шарф, что бы им не пользоваться. Кроме того, не кошки. Особенно на лице. Это природа такой шарф выдала, что им можно вместо наждачки, блин, использовать. А еще им удобно крошки на черный день прятать. Ну да, проголодался,
бороду почесал, поел. Вот вы сейчас все говорите, какая хорошая борода. У некоторых проблемы бороду вырастить. Это я не про себя. Хорошо, чтобы отметила. Портила, блин. Дай бог, чтобы это была самая большая твоя проблема. Зеленая продолжает движение, аккуратно вы справа. Я начала виски отрастила, не ездишь постричься. А вот думаю, что когда это все закончится, опять их надо под ноль. В принципе, тоже в тваре, да, может. У тех, у кого она отрастает, тоже как бы не все как хорошо. Вот у меня, например, бородак. Вот это вот, знаете, мочалка для продуктов есть такая металлическая. Продуктовая мочалка. Вот, вот, для вот продуктов? Такая. А? Для чистки моркови. Для чистки морковки. Да. В смысле, я ее скоро доскребу обычно. Ну, не суть, ну, в общем, ты понял, да? Вот это вот, которой ты моешь сковородку, у меня вот такая вот борода. Нормально. А Филов бы всем завидовал, даже такой бороде. И причем она ж не растет нормально, она ж растет в разные стороны. Вот такая вот колючая, непонятная. Это хорошо. И еще свой. И еще вдобавок, я не рыжий, а борода частично рыжая. У меня тоже. Так это ж хорошо. У меня и белый. Взял, есть. Приготовил, съел, почистился и бородой, у тебя еще запас остался. Это ужасно, готовить спать ложишься. Надо. Особенно после того, как побрился, первый день еще нормально, а второй все, хана. Ты как мелкая наждачка. У меня борода черная, светло-рыжая, усы вообще светлые. Еще с седыми вкраплениями. Седого было... пока нет. Интересно было посмотреть, как ты бородой сковородки чистишь. Да, ждем видоса в ТикТоке, давай. Вопрос, зачем покупать щетки, когда есть? Ну, когда своя растет. Подари людям лайфхак. У меня что у отца такая, что у дяди такая, что у дедушки получилось. Генная. Повезло, да. Так это бесит капец. Я думал, у меня такого не будет. Да, там, сколько мне было? Там 18, 20. После, где-то после 25, где-то ближе 27, она такая, ты побрился? Я буду твердеть. Майонез аккуратно, тут голова что еле едет. Возможно, буду обходить его. Ну, давай обойдем. Или что? Да, ну, наверное, он свернет, наверное, скоро. Это же город. Да он тупит просто жестко. Лагает. Просто он в городе 20 человек. Да ничего ты не перестроился. Твиттер, головой напугали. Ну тут голова между нами, да, аккуратно. Сигнали. Думаешь, ускорится? Да. Но у него пошаговая. Давай это. Снафор. Он это пошаговую стратегию играет. Ну да. Там кто-то вообще полосу перегородил. А, он еще выезжает на нашу полосу, понятно. Двойная? Да, да. Ты фиг ты, что там? Давай. Куда он лезет? Его забанить могут за блокинг. Ну, ты об этом не знаете. Ты этот с двойной сцепкой, куда он лез? Хотят назад. Что, Дэн, у тебя боднул? Да, так, мой. Все, убанул. Притерся к тебе? Там слева останавливается. Пристает? Домогается? Ты вообще какой-то этот... Давай, синий какой-то. Цеп. Что за аутисты? О, чувак, ой, чувак. Пациент,
хихеф аутизм. Так разворачивался, так разворачивался, что поцеловал. Давай же двойная сцепка. Меня. Серьезно? Он знал, кого целовать. Даже пощечину не дала. Сейчас я ему пендаля дам. Под жопу. Да. Вроде немец, написано Герт, там, Ред, Keep Distance, ну вроде должен такой быть прям вообще молодец. Но ведет себя как мудак последний. Так это он другим написал на себе же. А, все, я понял. И, типа, держитесь от меня подальше. Да-да-да, я записываю. Ага. Вот это подстава. Че под это? Маша, я подстава? Да. Я ж не зря ушла. Ты за мной бы поехал. Да, типа, любой ваш репорт будет обжалован в апелляции, да? Я снимаю. Да, я снимаю, кстати. Я записываю. Я тоже так записываю. Так что тот, который меня поцеловал, это... Он... Должен теперь жениться. Нет. Сидит 4 дня. Я сегодня сяду. Троечку отправлю. Маша, удали. Чего мне в 10 не работает? Маша, кипятись и не удаляй. Тебе знаешь, что надо попробовать? Залей его кипятком. Через VPN-ку попробовать просто подключиться, а потом отключить VPN. Ну, и оно, короче, тут же это, авторизация, да? Чем-то. Ты что, не пробовала? А, попробовала. Папа, может быть, написать? Написала, Кернел ответил, что это проблема это проблема украинского провайдера, они отключили доступ к их серверам. То бишь, город покинули. Подожди, то, что они отключили доступ к этому PTC World, это к расширению World, это проблема киевского оператора, то бишь проблемы на вашей стороне. Естественно. Ну я тебе сейчас, я могу тебе может зайти в саппорт и почитать. Кернел даже, что в Молдове и Украине, отслеживается нестабильное подключение к серверам, к серверу, короче. И поэтому они не имеют, с провайдером они связались, и это, украинцы заблокировали доступ. То есть, ну оно же vtcworld.ru. Оно vtc.world. Да. Да? Mm. Это вообще отдельная доменная зона, она к РУ вообще никакого отношения не имеет. Мы все красоты собрали, да? Ну, сервак стоит в русской зоне. Им надо в приложение добавить возможность через прокси. Я так и не понял, через VPN оно работает или нет? Да. Через VPN оно загружается. Но только ты отключаешь VPN, то все. А, тот VPN, который работал без гигабайтов... И 73... 70. До сбора. То есть простой VPN не будет долго работать на этой штуке, я так понимаю. Ага. Потому что мне это тоже, наверное, грозит. В каких-то местах. На самом деле можно через своих знакомых каких-то сделать прямой шлюз. Через Фила делаем. У него же 5G. Смотри, написано. Уточнил информацию нашего хостинг-провайдера. С нашей стороны никаких ограничений и блокировок не вводилось. Были введены ограничения на доступ к серверу из РУ-сегмента со стороны украинских провайдеров. То есть, это подтвержденная информация. Есть сообщение о проблемах подключения из Молдовы, но никаких офф-данных заявлений нет. Все. То есть наши провайдеры такие, надо вам на Роскомнадзор заходить или еще куда-то надо заходить. Но на VTCWorld вы точно зайдете. Все. Я зашел на Роскомнадзор, написал им свое фи. У меня теперь самое большое количество просмотров и лайков. На 8-й выход. Ну, я, скажем так, их протроллил по делу. Мне вчера подруга с Беларуси говорит, у нас все как подсказалось, а начали скупать муку. И, в очередь в банке. И я сейчас скажу, что Инстаграм заблокирует, все в телегу перекинулись. А у меня же все ее данные, и у меня просто вылезает в телеге, ее же страничка. Я говорю, а ты, видно, хвостиком уже за этим стадом, да? Она говорит, я, между прочим, канал давно создала. Я говорю, ну мне-то не ври. Ну вот мне хотя бы не ври. А там пишется теперь в Телеграме, Нет, это не так работает. Он мог быть давно создан,
типа вот он давно зарегался и все ты. Нет, потом, она создала. А потом, когда ты повторно заходишь, он снова пишет. Когда ты давно не заходил, там более там нескольких месяцев, он снова выдает вам уведомление. У меня все ее данные. Бот это, и ботом я могу управлять, я администратор. И бот создан вчера. Он не создан 3-4 недели назад, как она говорит, а вчера. Я говорю, ну не ври. Говорю, ты днем выгружаешь истории. Чтоб не потеряться в случае блокировки, вот вам мой телеграм, вот вам моя ВК-страничка, вот мой номер телефона, говорю. И ровно через 2 секунды, говорю, заводится бот. Есть, а вот созданный, который сегодня. Я говорю, ну, типа, перестань, говорю, мне вешать лапшу на уши. Но они все как стадо. Я говорю, ты не лучший. Нравится лицемерие. Скажу сразу то, что у нас происходит. Действительно, к нескольким банкам там стоят очереди банкоматы. Это в первую очередь те банки, которые подпали в санкционные списки. Это Альфа-банк, поэтому это Белвеб, это МТБ и это сейчас Белагропромбанк. Но его он в санкции попадает с 10 апреля по касаться Японии. Вот да, вот к ним, да, у них проблемы и с переводами, и с перечетами. Дальше, у нас сейчас сложно по карточке оплатить, допустим, поездку в Яндекс.Такси. По той же известной причине. Поэтому мне постоянно пишут, что у вас не оплата, ну так как вы с нами не первый день, можете оплатить позже. Карточки не привязываются вообще. А перевод вообще не знаешь, Иванович? Перевод сделать вообще нельзя. Никак. Ни бонусными баллами накопленными. Нет, внимание, на кольце этому возможно, вы справа будете аккуратны. Поэтому есть некоторые вот такие моменты, которые нас тоже коснулись. Ну и кроме того, у нас евро наконец-то подорожал на 1 рубль. Ура. А российские 100 рублей постоянно падают. Сзади Шкода, Саныч. Принято. Да, вроде нормально. Шкода или Шкура? А Шкода, да. Ну, если бы Шкура по дороге неслась, я бы офигел. Ну, ты ж не знаешь. Обогнать, чтобы вы в гараж уйти? Так это мой гараж, я первый заехал. Ну, короче, она такая, типа, это кондитеры с ума, посходили всю муку, скупили. Я ржу, это... Да нету такого в магазине вообще. Поэтому люди покупают обычные продукты на вечер, все. Никто никуда не бегает. Я не знаю, может, у них там в Гродно, и у гроднинских кондитеров что-то случилось. У нас в Пятерочке 3 дня не было сахара. Все выносили, вот я отвечаю, реально, люди шли и скупали сахар, короче. Можно было купить что-то до 10 килограмм в руки сахара. И люди как сумасшедшие побежали, все скупили сахар. Через 3 дня у нас до 3. Потому что кретины. Это называется по-научному эффект ожидаемой динамики цен. Они тем самым подняли еще цены на сахар. Сандер, смотри на чела, который хотел развернуться с прицепом. Блин. Ты что, на личном? Да. Не, сахара-то может быть много. Просто магазин ограничивает количество, а потом на это дело будет поднимать цены. У нас бабушка... Уже дали по шапке всем ритейлерам, кто начал поднимать цены на продукты внутреннего производства. Ты знаешь, у нас была бабка однажды, ну, не в этом году, а года 4 или 5 назад тоже большой подъем. И, короче, она купила себе тонну, заметьте, знаете чего? Соли. Уксуса. Ну, может, хранится. Закатками занимается активно. Нет. Это было на фоне событий где-то на Украине, по-моему, еще там где-то был тоже скандал. Ну и вот сказали, что уксус подорожает. Она купила тонну. Сразу. А если сказать ей, что песок подорожает, она песок? А потом в итоге оказалось в том, что для ей в год нужно приблизительно бутылок 10, вот как раз на закатке, а остальное пришлось вылить. Он же не портится. Он портится через год. Да, уксус, с чего? Не портится. У меня
мы закатываем, остается там вот полбутылочки, мама им соду гасит, потом еще год до следующих закаток пока не купим. Обгон слева. Да куда это дикое налево, опережение. Ладно. Что он так резко улетел? Оксистая кислота. Там сколько? 9%, когда разбавлено. 10-58, одна полоса. Бывает 6, бывает 9. В основном все пользуются 9%. Да любая кислота не может просрочиться. Что и будет. Может только упаковка. А может. Если оставить, он просто выветрится. После себя оставит, кстати, такой бело-желтоватый налет. Вот-вот. Похожий ну, на... Ну, в магазины его завозят, вот, он же там стоит иногда год, реально. Да, в прошлом ребят, ну, году а были в каком-то магазине, я заходила в прошлом году покупать на консервацию. Смотрю, у него срок годности вот в этом месяце, через год. Типа это. Он стоит это... год, и с ним ни хрена, бутылки его меньше не стало. Это... Ну, потому что он закрыт. Выбить, ну, сможете, если он открыть. Это же самое, что на соль ставят срок годности. Ну, я же говорю, но если вот она купила целую тонну этого уксуса и не открывала всю эту тонну, нахрена она его вылила? Как она открыла? Холодильника не было, наверное. А, это могло. Он в холодильнике не хранится. А, круиз 80. Соль делают срок годности. Кто объяснит? На алкоголе срок годности, на дорогом соль, алкоголе. Срок соль. Годности где? Соль? Не знаю, ну это типа это эти, торговые вот эти ну, законы. Хорошо, смотри, на алкоголе, на водке делают срок годности один год, да? Я позавчера был у своего дядьки, у которого коллекция водки. Ему коллекционирует ее, потому что сам пить не может. А что ему еще делать, да? Поэтому, ну и вот, это, и он достает бутылку, которая стояла у него лет 50. Спокойно открывает ее, и там до сих пор и вкус, и... И все, что есть, как будто вот только-только из-под крана. Ну, я хочу... Выдержки, да. Я тебе хочу сказать, что на дорогой алкоголь, я просто с этим сталкивалась, когда работала в охране, на дорогой алкоголь ставят сроки годности, и до конца этого срока годности, ну вот он вышел, да, его никто не купил. Магазин имеет право снять это с полки, оформить возврат и отправить обратно им туда, на завод этот алкоголь, и вернуть деньги за непроданный алкоголь. Это что касается такого крепкого, хорошего, дорогого алкоголя. Это по закону. Или отправить в конфискацию. Не на утилизацию. Ну, они отправляют на завод, завод сам решает, утилизирует он или не утилизирует. Это в Украине, в России закон вышел в 2021 году, что все туда утилизацию. В магазине вообще не может никуда ничего возвращать, кроме утилизационной компании. Не знаю, типа договоры. Крупные магазины алкоголя, когда составляют с поставщиками, там есть такой, при выходе сроки годности, возврат поставщику с возвратом денежных средств за возврат, ну, типа, возвращенный алкоголь. Потом они могут проверить, переклеивалось ли ну, акцизка и тому подобное, вскрывались ли бутылки, потому что, ну, зная нас, мы можем в коньяк залить это, чай и сказать, что это ваш коньяк. Это да. Поэтому они имеют право даже целый вот этот ящик, что ты им возвращаешь, на экспертизу пустить, то есть проверить, не нагревались ли вот эти акциски, не отклеивались, не приклеились ли обратно, вот это все. То есть как у вы... меня так дед-бабушка обманул. У нас массандровское вино, которое, ну и карман Массандра, которое приезжало в магазин. Сандровское? Массандровское. Массандра. Сандра вино делает? Поэтому вот. Вы сказали Массандра, я тут вспомнил, кого у нас в стране называют Массандрой. Не спрашивай, как я его делаю. Не спрашивай, как я его делаю, да. И, короче, оно ж, ну, хранится, короче, у него тоже есть срок, дата изготовления и срок годности при условии правильного хранения. У нас Массандрой называют моего Наташу Эйсмонт. Личного пресс-секретаря белорусского этого уже ну короче того самого шейха, да, его так называют, Наташа Массандра Эйсмонт. Вроде же 80 идем, да, горочки, а у тебя же 370 сил. Почему Массандра?
Ну вот просто она ее как-то подловили на каком-то банкете, записывали при этом. Она в этот момент очень сильно упилась массандровским вином. В дюпель была. Да, там такое крепленное, есть какой-нибудь Мадера, там ей можно ужраться и в хлам. Или когорчиком убийца. Ну не знаю, как массандровские вина. Мне всегда нравились марианские коньяки. Вот это да, вот это вещь. Не, лучше каховских коньяков, как по мне, ничего нет. Лучше хортицы, перцовки, ничего нет. И хортицы скоро не будет. Ну ее, в общем-то, и так ее и на Украине, это нормально. Но если прям туда, вот туда, ближе к заводу, то может быть она там и будет нормально. На самогон переходите. Я в 19 году в Киеве покупал. А каховских коньяков в России я, кстати, не наблюдал. И в Беларуси нет. В основном были представители марианских коньяков. Вот там, в Крыму, они всегда были присутствовали. А так... Привет. Хорошо, идем. Здорово. Вот, например, да, как Тебель наш сравнивать с каховскими, все равно каховский, как по мне. 1,66, 1,58, 1 полса. Здорово, Лимон. Со мной сейчас баг визуальный приключился. Хожу по магазину, по холодильнику смотрю, прохожу, так читаю взглядом. Креветки сервисные, не прошел, потом возвращаюсь назад, не понял. Северные. Оказалось, северные, не серверные. Думаю, на креветки такие новые. Креветки программиста. Подождите, насколько я помню, креветки в принципе не водятся на севере. Как это не водятся, ты что? Норвежская креветка. Так, Маквин пишет: всем привет из Парижа. Не верю. Пускай фотографируется. Какая же фотается со стороны. Пускай сфотографируется рядом с этим, с магазином. Рядом с Макроном, пускай фотографируется. Пускай фотографируется рядом с любым магазином в Париже, на котором написано табак. Или с лягушкой во рту. А еще лучше на площади Таркадера перед Эйфелевой башней. Либо на Марсовом поле. Скорее всего, там надо заправку. Единственное, что он тебе может в аэропорту сфоткаться, если он на пересадке. Ну, если он на Шарли де Голле, то, пожалуйста, не вопрос. Съезд справа. Че он пересаживает там все? Самолет пересадку, не имеешь права выходить с территории аэропорта. Ну, ты типа... Не можешь в их страну зайти. Так подожди, а куда он летит-то, напомните? Лос-Анджелес, как он писал. А почему он Лос-Анджелес летит через Европу? А откуда он летит, кстати? Из Казахстана. Потому что небо над Россией закрыто для иностранных авиакомпаний. А, ну да, для Казахстана же открыто. Такая компания-перевозчик-то, может быть, не казахская. Ну я понял. А какая разница? Я вот сейчас об одном думаю. Лошадь с крыльями такая. Из Китая самолеты не летают, если я правильно помню. Они летают над этим, над Тихим океаном, а не над Атлантическим. Нет. Из Китая они летают в Европу и дальше. Если они летят через Атлантический океан, то не обязательно. Если они через Тихий летят, то они летят по принципу Корея, Япония, Аляска и вот так вот, чуть-чуть поближе к суше. Может, там... Там можно накрыться. Да, мы только на карте видим его небольшим, а на самом деле там полмира вообще-то. Нет, ну просто если проследить полеты, то в принципе не так и происходит. Ну да. Тихий океан занимает половину пространства планеты. Вот ребят. Почему все боятся летать над океаном? Ну тебе какая разница с 10 тысяч в океан падать или на твердую землю? Над Тихим океаном? Вообще. Вот все летят вот поближе, бы там суша и все такое. Ну если ты падаешь, какая разница с самолет такого рода? Самолет сесть может на сушу. На воду. На воду тоже. Ну извини меня, с 10 тысяч...
Когда самолет падает с 10 тысяч там его на сушу, он не сядет, он просто разбивается. Блин, а есть, а есть... Что значит падает? Что значит падает? Что штопором раз и пошел, блин? Да, планирует. Да, пике да, смотрел. Никто да. Там не планирует. Я тебе рассказываю. Двигатель заглушился, он наручник стал, короче, и все, да? И вниз падает. Двигатель не глушится, просто сажается сын за штурвал самолета, а летят ночью, и пилоты не понимают, где у них... Земля, а где небо? Да, в итоге самолет падает. Это авария под Новокузнецком. У них же приборов совсем нет, да? Совсем нету, невозможно определить. Невозможно определить по приборам, где земля, а где это. Ну, на кукурузнике, да. Это была авария под Новокузнецком, и можешь поискать в интернете. И не только она, когда пилоты теряли чувство земли и это, когда не облетали в нарушение инструкции, чтобы сэкономить топливо, не облетали грозовой фронт, например. А Тима Квин скинул фотку с Эйфелевой башни. Продай эту картинку. Да, по названию видно. Посмотри канал «Реконструкция авиакатастроф», да, что ты поймешь. Знаю. Так вот этих катастроф очень мало, очень мало. Настолько мало, что просто пипец. И в основном это ошибки пилота. Дело в том, что современный самолет напичкан таким количеством приборов и таким количеством дополнительных систем резервирования, чтобы все эти приборы работали. Не одним, не двумя системами резервирования, а их по 5, по 7 штук. Они берут все, отказывают, а пилоты, кроме как автопилоты, да, уже перестали. Вот, в этом и проблема, что современный самолет еще напичкан такой штукой, которая начала называться тупой, ничего не знающий пилот. Смотри, в самолетах сейчас, во всех, я не помню, с какого, с 2015 года, в них вставляется, короче, пока самолет летит, в нем такие турбинки маленькие, и пока они крутятся, пока самолет летит, производится электричество. А если магнитная буря? Так, пока я могу говорить, Макрин кинул какую-то фотку в чат. Шарка, наверное, в квартире электричество от того, что он говорит. Посмотрели, что-то электричество вырабатывает. Там водяной знак в углу нижнем. Шарк, я тебе как программист могу сказать, как это работает. Это вся электроника, конечно, очень прикольная, и все очень круто. И все там, да, генераторы, турбогенераторы и тому подобное. Но вот они реально берут, не облетают грозовой фронт, а летят сквозь него. И никак еще не придумали. Антиобледенение придумали, а антистатическое электричество они не придумали. Да, ты что, издеваешься? И оно как намагничивается, и потом оно как отключается, а если еще где-то замыкается, то у них подкрылки перестают работать или они работают сами. Ты знаешь, что есть инструкция, что при посадке, если у них там что-то не работает, а вот это заднее крыло не работает, что они должны чуть ли не свою руку, это, рукой ловить этот вот задний хвост, чтобы выровнять, чтобы самолет при посадке, причем на ручной садятся. Там есть механическое управление. Так механическое, это механическое от электрической. И его разгоняет так, что они его тормозят. Посмотри. Это просто, если его неправильно схватить, тебе руку нахрен вырвет. А еще есть такие люди. Чтобы его отключить от электрики. Все же закрылки и задние вот это вот, я не помню, как он, элерон, он работает от тросика. Шарк, не спорь. Маша кипяток, дело говорит. Шарк, а еще есть такие люди, анонимусы и тому подобное, которые могут сделать кибератаку на оборудование. Чего? И когда самолет подлетает... Чего? Хакнуть можно все, даже этот... Хакнуть можно даже машину. Огромный этот лайнер, вот эти лайнеры, да, которые между этими... У них в штате есть программист, потому что в случае чего угнать лайнер не будет делать. Потому что они... Вопрос, почему если угнать лайнер так просто, почему все поступают не по новому, а по старинке? Потому что это более надежно. А кто все? Не, понимаешь, ты его... Я же говорю, в штате всегда есть программист, и когда видят, что что-то не так, ну ты сбиваешься с курса, даже лайнер идет на автопилоте. Там этот капитан, он ходит по борту. Вроде едем по толстой красной линии. Пошел дальше. Вот так вот. Он не сидит и не штурм, не едет эти 48 там дней, сколько этот лайнер там круизит.
Он просто будет и смотрит. Когда сажали Ryanair в Минске, там было только две вещи, которые принудили пилотов сесть в Минске. Первое – это приказ свыше, а второе – это его истребитель сопровождения, который показал этому, что у меня на всякий случай есть ракеты. Потому что это проще. Но это проще. Представь, надо взять человека, который… И ему же никто не даст коды доступа. Ему надо взломать систему управления, во-первых, башней аэропорта, потом подключиться через нее к управлению самолетом, потом принудительно вывести автопилот на посадку, при этом сделать, заблокировать все, чтобы пилот, если он хороший, не смог перенестись на ручную и пойти дальше. Это очень, типа, да, легче поднять истребитель в воздух и сказать: чувак, либо ты садишься, либо одна кнопочка. Либо садишься, либо падаешь. Ну, как бы да. Да, но при этом самолет хакнуть можно. А хакнуть можно абсолютно все. И для этого не надо быть прям вообще гением. Ну, прям таким гением. Надо просто... Могу тебе уверить в том, что как может не абсолютно все. Я могу доказать. Молоток невозможно. Я тебе хакнуть. Больше расскажу даже. Если у тебя сетевой кабель проходит просто рядом с твоей батареей, тебя можно даже через батарею хакнуть. Ну, чисто теоретически, по крайней мере. Вот Машу хакнуть нельзя. Молоток можно хакнуть молотком побольше. Держитесь. Да. Меня можно хакнуть. Мы потом этому поговорим, как ее можно хакнуть, а вы едете дальше. Коробка ЧКП и все. Ага, литром кипятка, да? Давайте дальше. Хакнуть молоток проблемно, а вот молоток может хакнуть без проблем, вообще любого. Как говорится, это, как там в старом анекдоте было? А что нужно сделать, чтобы... Как можно полотенцем убить тещу? Просто нужно туда замотать утюг. Причем горячий. Не-не-не, просто утюг. Да, не обязательно там уж с такими условиями. Там уже ускорение. Гантели надежнее сразу. Гантели? Да. Извиняюсь, проверял? Слышал. Был слабый в уроке, возьмите. Вот это он маньяк. Чё-то как-то подтягивает. Как-то раз подруга подходит, говорит: я тут... давай поспорим. Я говорю: на что? Ну вот, на тот, на тот. Я говорю: ну хорошо, давай на тот. А если не получится, то будет на тот. Но мы сами будем к этому спорить. Спор был в том, что этому было, что... Она положит в угол квартиры свой телефон, а я, кинув туда сковородку на нее, не смогу его разбить в этот угол, потому что сковородка отскочит. Я говорю: не вопрос. Она ложит телефон, и в тот момент, когда я уже начинаю этому было отводить сковородку назад, ну, она понимает, что я держу сковородку не так, как показывали в видео. Да-да-да. Походу знакомая, я делаю вывод, такая уже. Довольно долго вы давно друг друга знали. Да. На момент спора, потому что только давно очень знающие друг друга люди могут такие извращения придумать. Самое главное, что не пришлось потом этому покупать этот телефон. На самом деле. Саныч, ты потом купишь на траках DAF? Нет. Нет, у меня с дафами, сам понимаешь, проблемы. И для того, чтобы человеку купить этому 105-й, либо 106-й пришлось... Нет, два раза... 2021. Да. Не, мне 106-й нужен. XF. Ой-о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 й. Мальчик, держи полосу, умоляю. Он лагает еще жутко аккуратнее с ним. Я записываю. Дэн, лови. Расслабься, мы знаем, что к месту стоянки. Да. Мне какое-то скучное место попалось. А меня прям в повороте? 50? В смысле 50? 50, да. Поймал, да? Он еще это, с полосы полосы пытает. Не, они не пролетают. Они пролетают. А я на своем. Я поймал, у меня уже светофор есть теперь. В том
кто-то за землей ехал, видел, как он меня выдавливал? Чё? Я ехал, я все видел. Что? Что не так? Не то, говоришь. Я все видел, а что случилось? Я свидетель. Ну, в плане у меня на камеру то все записано. Надо сохранить. Опережение, Валер. Еще одно опережение, тоже кривое какое-то. Это как в анекдоте, да? Может, они знают, где наливают, а мы не знаем. Ой, еще один обман. Ну, здесь а парковка. Вот это, наверное, парковка, да? Да-да. И этот жмет. Егор, а че я лучше за тобой покатаюсь, ладно? Уж прав? Я боюсь, что я своим интернетом расселю Тома, убью тебя. Мне еще надо постараться убить Бетя. Близко не подъезжай, я промахнулся. Голову убьешь. Че? Размыкающий прибыл, наверное. 100 отдыхов, 35 минут выезд. Бьет. Так, кто у нас тут? Денис, сколько у тебя тут заправок стоит? 1.09. А, ты тоже на своем? Кирмач сейчас на VTC 2 бакса стоит. Протяни, Валер, чуть-чуть. Евро. Да. Валер, вроде встал уже. Я уже встал. Ничего, вон в Штатах 7.55 за галлон, и нормально. Люди в шоке. А чё, доллар 20 вон цена. Ой, евро 20. Евро 9 у нас. Я сегодня видео с... У нас льготы. В смысле, на этой заправке евро 9? На личном профиле. Нет, тут евро 5. А вот цена евро 9. На VTCV евро 20. Цена весь рядом, это парковка для элиты. Самое интересное, что люди обвиняют Путина в повышении цен. Да, я не прикалывал. В игре? А какой игре? Так оно и есть. Так, 7.55 за галлон, и уже там 7.55? Этот мужик... Да, было и этот... Было буквально 3 дня назад. Мужик на видео кричит: «Путин, там типа тра-ля-ля, мы тебе выставим счет за этот бензин». И показывает Псаки, которая говорит: «Повышение цен на бензин, мы не виноваты». То есть наши санкции не виноваты, виновата Россия. Так оно и есть. Что-то меня так дергает, я сейчас походу улечу. Кто передо мной? Майонезик, протяни чуть вперед. Последующее повышение цен по миру, оно не просто так происходит, ТМВ. Оно является следствием. А еще я где-то прочитал, что Арабские Эмираты тоже отказали Америке в продаже нефти. Да, и Венесуэла тоже. Ну вот видите, все равно... Хоть у кого-то, блин, яйца есть. Америке отказать хоть в чем-нибудь. Ты сейчас на кого попер-то, а? На Америку. Мне яйца тоже есть, и я могу спокойно попереть на нее. Красавчик. У Бургер Кинга даже куры, то и те с яйцами. А вот Макдональдс меня удивил. Он закрывает все 850 ресторанов и будет содержать 162 тысячи рабочих в ресторанах и во всех франшизах, выплачиваемыми ежемесячную зарплату на общих основаниях. Как долго? Ну, пока что. Поэтому, если ты наработал в Макдональдсе и соответственно, Макдональдс ушел из страны, то он тебе будет в качестве платы каждый месяц выплачивать зарплату. Блин, надо бы Макдональдс строиться было. Уже поздно. И очень немногие на это способны. Но хуже всего, знаете, кому? Это этому Абрамовичу. Он хотел продать Челси. Нет, тут дело даже, понимаешь, он по сути, ну там я не знаю, это его причины, почему, я так думаю, он там хотел продать Челси, но в итоге... Ему не дали. Ему не дали, и стало хуже клубу, потому что клубу запретили выставлять на трансфер игроков, покупать игроков, то есть хуже стало клубу, клуб английскому.
потому что уже владеть... был должен Абрамовичу 2 миллиарда. Уже должен был. Ну, просто, как бы, клуб-то, ну, он хотел его продать, ну, и позволили бы ему. Ну, клуб тогда был бы ни при чем. А так сейчас, получается, все эти санкции на английский клуб распространились. Потому что владелец там, из России, ну, такие люди, они ниоткуда, они космополиты. Им похрен вообще, где жить, где быть. Ну, надо хорошо, продавали... а Чичбайкер, у которого винный магазин в центре Лондона? Он, да, беспокоен. А представители Альфа-групп, которые от него, которых в санкционные списки внесли, хотя они изначально показали своим письмом о том, что они против. Интересно, есть кто-нибудь, кто был за? Ну, ты знаешь, кто за? Кто за, он сейчас сидит в гостевой, один человек. И один еще сидит от моего, я подозреваю, в тайм-ауте в Новокузнецке. В розовых тонах. Я, конечно, дико извиняюсь, что в гостевой никого нет. Ну, там Фил сидел до этого. Вот он за. А он за что за? Он поддерживает то, что происходит. Yeah. Хотя нормальный, здравый человек не может этого поддерживать, потому что это бьет по всем. Просто по всем. Это не бьет просто по украинцам. Это бьет и по россиянам, это бьет и по белорусам, это бьет по литовцам, это бьет вообще по всему миру. Правильно. И только этому во... Люди, которые тоскуют по СССР, говорят о том, что нет, это все правильно, мы независимы от этого, на нас ничего не скажется. Ну да, конечно, но вчера выходили в магазин там, за 10 рублей себе что-то покупали, а сегодня минимум за 20. Кстати, я, кстати, себе открыл карту Union Pay. Для интернета. Поздравляю. Потому что Samsung Pay, и Яндекс Pay, и кто-то там еще Pay больше не работает, да? Нет, Union Pay — это китайская система, и теперь можно... Слышишь? Провокация в чате. Вот, и теперь можно эту карту через Union Pay, через систему Union Pay, международные покупки, там и покупки в интернете делать. Визу и MasterCard же заблокировали. Давайте я напишу. Ukraine. Посмотрим. Напиши. Не, напиши лучше Раша. Планета Земля. Сейчас посмотрим, что будет. Нет, лучше пиши с планеты Земля. Причем тут? У нас же не все с России. Большинство. Напиши from ETS. Ну, к Гдебургу мы едем. Кстати, да. Ага, он сейчас подлетит и почитает мои номера. Да и пускай читает. В смысле, хух? Его отпустило. Блин, это написало. Он уже приготовился, так сказать, что-то там. На таран. Так, он же вас спросил это, как бы, по-английски, что вы ему по-русски-то пишете? Пусть учит. Ну, я лично, как украинец, не знаю на английского. Я ему могу на украинском написать, могу на русском написать. На белорусском. На белорусском не умею. Кому не нравится, пусть учит мой язык. Меня же заставляют учить чужие языки. Мы же его понимаем. Тихо. Утки проезжают. Где крякать? Кря-кря-кря-кря-кря. Там этому Сергей суток проехал домой. Только что. Ну, Бог, Саныч, ну где ты был раньше? Да я вот только-только зашел. Там, блин, смотри, он появился в этом в табе. У нас будет сосед до конца поездки. Такое себе. А можно было ответить не yes, а yep. А когда мы выезжаем? Американский, кстати. 35. Ты мне по-русски объясни, в чем разница. Но они больше употребляют в обычном общении, когда это просто вот между собой болталка, то
Они говорят не да, а типа ага. Ага. Это типа yep, nope. Да, yep. Ага. Ром, а скруп секрет нам не пофиг. Они даже не могут сказать ага. Ничего себе. Ну, типа так переводится. Я сразу вспоминаю Закарпатье, у них есть предлог «но», сказанный с разной интонацией, может быть «да», может быть «нет», а может быть «вопросом». «Но», вот тебе вопрос. «Но», утверждение. Но. Кстати, такой «но». На украинском «поленица» это что? Хлеб. Че, серьезно? Ну, вообще-то можно считать, что это клубника, хотя... Но! Полуныти. Полуныти. Земляника, да. А он спрашивает полянытя. Полянит. Полянытя. Полянытя, да. Ну, если полянытя, это типа каравая получается, подовый хлеб. Ну, возможно, да, потому что, ну, это опять же, это выпендреж западного вот региона. Нет. На юге я ни разу не слышал. Ну, понимаешь, в Херсоне разговаривают, сука, с уржиком. Но ну, на украинском, разу... сколько я его учила, я а я его учила 9 лет, это всегда было во всех творах долбана поляныця. Не знаю. Как и насынитница. Я в Житомире... в деревню ездил, никогда у нас хлеб не называли поленницей. Вот этот вот испеченный, вот такой круглый хлеб, как каравай. А каравай, это подовый хлеб получается. Да. Это не западное, это чисто украинский язык. Потому что на западном хлеб будет так, что там это, там вообще с едешь, пока вот это вот. Они как начнут разговаривать. Ты ехала в Чехию первый раз, когда ехала. Так, ну, через эту западную Украину ехали. Мы когда поехали к польской границе, зашел поляк в автобус. Я уже думала, что я где-то вот 12 часов еду по Польше в окружении людей из Польши, и они меня научили своему языку. Потому что когда зашел этот пограничник и начал меня спрашивать, что там типа первый раз, ладно, хорошо, тогда после вашего, ну, пойдемте паспорт, там эти, я даже не испугалась. Потому что мне было так, как будто он со мной на своем же языке разговаривал. Когда этот пограничник шековский, вот так вот к девочкам этому пристало в автобусе, в котором я ехал, там его полавтобусов готовы были просто-напросто затоптать сразу же и не выпускать. Лукум-то тут? Потому что он мало того, что он говорит, да, а куда вы едете, что, ну, понятно, это понятно, это вот дела. А может, вы мне телефончик дадите свой, ну, там, погудим как-нибудь, это вот каждый подход. Не, у нас такого не было. В итоге вышли от моего двое крепких французов, 2 на 2 на 2. Сходили, поговорили нам спустя 6 часов, вернули паспорта. И мы поехали. Нет, где самое интересное, то что ехали назад, поэтому опять досмотр, паспортный досмотр. Этот красавец этому опять нарисовывается, смотрит, что половина автобуса, вот как случайно совпало, он уже видел перед этим, когда там 2 на 2 на 2 с ним выходили разговаривать, только без этих двух французов. Быстро прошелся по всем по паспортам, и мы через 15 минут въехали в Беларусь. Место отдыха покинули? Принято. Но самое интересное было потом. Я, короче, этому, ну, белорусская таможница говорит, что у вас в этом чемодане? Говорит, ну как, там, вещи, подарки, сковороды. Так, ну, естественно, посмотрел сковорода, как обычно, этому, что еще везете? Ну, везу жалюзи. А зачем вам жалюзи? Ну, как это могло? У нас продажи за евро стоят, нужно было взять. Ладно, взяли. А сам смотрю, так ее тумаку. И этому было. А там, получается, раскрыл чемодан, а там на первом плане лежат галстуки. Ну, штук 20. И самый дешевый галстук 113 евро стоит. Я думал, не дай бог, ты сейчас полезешь на ценники смотреть. А у меня просто-напросто этому как бы, ну, пунктик насчет галстуков есть. У вас, не, у вас, конечно, может быть,
Чаги, я не знаю, через Рене, наверное, все пропустит вместе с чемоданом. А украинцы такие, а, уезжаешь. А, ты приехал. Типа вообще ни на что не смотрят. Нет, понимаешь, с другой стороны, у украинцев тоже есть такой небольшой монетик. Ехали со Смельницкого, с базара, возвращались назад. И получается так, что его... Ну, не сало, конечно, там везли с собой водки. Не, ну это прописано международным, что нельзя выводить сколько-то литров. Самое интересное, с Украины ты можешь вывести не больше 5 литров. А в Беларуси ты можешь вывести не более 3. Так это вообще, у нас нет распространения. У вас в Беларуси есть 2 литра вина, литр самогона, это, или 1.5 литра крепкого коньяка, то есть это водка или это. Саныч, просто это разница на дорожку. У меня Владка возвращалась домой, когда мы еще Крым был при Украине. И мы ей дали кусок сала домой отвезти. И не дали его вывезти. Ну этот закон давно был, нельзя. Мы же, у нас свиной грипп, нам нельзя вывозить сало. Ой, да ладно, поэтому... Да, нельзя. Это даже раньше, с 14-го, по-моему. Папа с 13-го уже, мы с папой когда возили. Ну, я ехала в Чехию вывезти мясо или сало. Его надо было прятать, потому что на таможне, если найдут, скажут оставлять. Да, вот так у меня забрали 4 килограмма. А я один раз вывезла сало. О, я помню, нельзя же сало возить. Короче, папа такой говорит, привези кусочек. Мама же там засолила, все. Короче, я же его не в чемодан, к вещам. Ну, потому что вдруг скажут с вещами через детектор. Я же, короче, в эту сумку, ручную кладь, там конфеты были, попросили передать, короче. Ну, я там туда сало спрятала, села в автобус, положила. И только на полпути я осознала, что сало лежит возле батареи. Я такая, ну все, сало в шоколаде, ну что делать? Взяла его, перевернула, доехали мы до границы. А они же говорят, типа, такие, ну все, выходите с автобусом, а они же не имеют, они имеют право открыть багажное отделение, а внутрь-то они зайти право не имеют. А, и рыться в твоих личных вещах без твоего присутствия. Ну, пока мы там все проходили, наш автобус просто проехал, это и получается, что уже проехал автобус почти, и они вот тупо тормозят в конце, то есть у него еще задняя ось, еще вот на досмотре. Открывают задний багажник, достают сумку той пары, которая... Вот они когда грузились в автобус, мы ржали с мамой минут 40. Открывают... Валер, что это было? У меня просто маршрут прямо идет. Открывают сумку, а там сумка доверху забита мясом. Просто. Они, знаешь, как они паковались? Мы приехали, короче, они там одну сумку вроде передавать должны. Говорят, ну, эта сумка должна была быть передача. Он открывает, говорит, я не возьму столько мяса. Они берут, ну, мясо там, оно там в фольге, в чем угодно, несут в через, ну, так вот, вокруг автобуса другую сумку, напихивают эту сумку. Короче, это сало перекладывали. Видно, все-таки как-то это взяли, потому что делали. И из-за них мы 4 часа простояли, потому что все чемоданы открывали, искали еще сало. А я такая, я думаю, вот у меня сейчас внутри... Там под батареей лежит кусок вместе с шоколадными конфетами. Я реально привезла сало в шоколаде. Там где-то немножко растаяло. Ну, это не важно. Но сколько раз ездила сало, мне вечно это... Вечно удавалось его провозить. Контрабандистской. И что, прям даже довозила его до конца? Довозила. Okay. В холодильник, в морозильник. Я бы туда вез. Не, по пути бы его. Я всю дорогу сплю. Ты бы и рыбу не довез бы. Я сажусь в автобус, просыпаюсь на границе, потом опять засыпаю, просыпаюсь в радио. Это же я с собой беру 2 бутылки воды, один бутерброд. И столько я ем много. Я сплю, блин. Везет тебя. 48 часов можно поспать. Я сколько не ездил в поездах, раз не спал. Я в автобусе не спал. Поезде я вообще не знаю, разбудит ли меня конечно. А я всегда, когда еду на поезде, я всегда, ну как, набираю, конечно, алкоголя побольше, в рамках того, что он может провести. Ну и плюс еще алкоголя там его во фляжку набираю. Ну, фляжка небольшая, ну приблизительно литр помещается. И этому, у вас что тут, я говорю, ну что, лекарство, докажите. На, понюхайте, это вам только смотрите, если это лекарство, нет, ну все нормально. Не важно, что фляжки двойной был. Тоже хочу себе в поезда такую фляжку. Нет,
не, в городе, нахуй, чё, выпил, заснул, тебя обчистили, нахуй. Так подожди, ты ж вообще, в принципе, как машинист, ты можешь вообще что угодно возить. Они ж не могут зайти в кабину тепловоза. Нет, теоретически да. Но он как машинист от узловой станции до узловой станции. Ну, что-нибудь провести и обратно. Ну, километров, я не знаю, 200, наверное, да? Нет, там 400. Там же статус, ну, 400. Там же у него определенный статус перевозчика срабатывает сразу. Не, там, глянь, там, когда если какие-то международные есть рейсы, да, был, не помню, куда они выезжали, уже не помню, наши тоже когда-то ездили. Вот. Там не все так просто, там тоже так все проверяют, все так чистят, и там капец. Там больше внимания уделяют, чем пассажирам, машинистам, чтобы не было даже и думки той, чтобы ты воспользовался этим положением. А вот такой вопрос, я никогда на самом деле не задавался, а вот это реально, что поезда в России, Украине, да, в Беларуси, они не могут поехать те страны европейские, что там другие рельсы. Да? Тележки меняют, то есть. А у нас опережение. И поехали. Ну, клеи разные. Она не намного, но она отличается. Сняли, да. Раньше это папа когда-то ездил поездом, был такой поезд, Львов в Прагу. Вот. Он приезжал во Львов на поезде, пересаживался, и сколько-то еще там полчаса было доехали. И потом как. По-моему, на 2 часа установились, потому что меняли эти, на более узкие, по-моему. Ну, есть же старый анекдот. У Петра Первого спрашивают, какие будем рельсы класть, как в Европе, он говорит, будем делать больше или меньше, он говорит, нахуй больше. И они сделали их шире. Взяли меру длины, которую указал Петр. Нет, с одной стороны, это как бы обезопасивает. Делает более безопасным. Да, безопасным тем, что к нам не смогут поездами перебрасывать вооружение. Ой, расслабься. Ну, же, в данном случае ширина колеи, этих рельсов сыграла свою роль во время Второй мировой, то есть создала сложность немцам в подвое, нарушила их логистику. Танк, идущий своим ходом, или танки, целая куча, которая перевозит поезд. Напряжение прошло. Держитесь. А с другой стороны, капец, как неудобно. Так вы могли бы проверить мотаться на поезд. Как неудобно, на поезде. На поезде неудобно? Ну, там это. Дело в том, что наши, вот даже если бы у нас были одни вот рельсы, да, и эти, ну это вообще, у них там настолько это все типа по этому, по расписанию, что ты садишься на автобус, который колесиками, и доезжаешь до автовокзала или даже до вокзала, пока ты покупаешь билет, выходишь на платформу, у тебя остается ровно 2 минуты, у них настолько вот это все продумано до мельчайших подробностей, что если поезда где-то задерживаются на полчаса, у тебя даже автобус, который едет по маршруту, может спокойно где-то полчаса постоять на остановочке. А еще в Германии есть неписанное правило о том, что ночью ни товарники, ни пассажирские поезда не ходят. Да. И ты можешь вот так вот заехать и все, и стоять, пока там не расцветет. У них там после 8 или 6 нельзя вообще ни топать, ни греметь, ни это, ты штраф будешь. А знаешь, сколько шума производит товарняк, проходящий по путям? Не знаю, конечно. У меня тут он проходит, наверное, в километрах в 10, и я его слышу каждую ночь. А в Германии, по-моему, даже грузовики не ходят по ночам. Даже грузовики, да. У них вообще останавливается жизнь, по-моему, этим людям нельзя после 8, там, не знаю, не пылесосит ничего вообще. То есть должна быть тишина абсолютная. А, по-моему, вся инфраструктура останавливается, по-моему, в 10 вечера. Страшный. Ну, в Австрии, например, движение грузовиков через страну в выходные запрещено. Суббота, в Германии тоже, прямо с корабля. Мы ночью в России стираем.
Я бы там не прижился, потому что у меня бы штраф был от соседей. Соседи могли бы тебя даже выгнать из дома общим коллективом, что ты в смысле, из моего личного дома, который я себе купил? Да. Это как? Нет. Ну, ты типа вот, ну, как бы как ОСББ или как это вот, ЖЭК, да, это все, они все говорят, сосед сверху, сбоку, снизу, говорит, да он нам мешает, но он это, полиция может тебя даже оттуда попросить. Так я купил. Есть твой, их не сильно колышет, что ты купил. Тебя попросят продать. Проблемы есть, и шерифа не интересует. Стоп, какой Антошка? Где Антошка? Какой? А, ну да, Антошка 96. Гость. Это разве Антошки? Это ж не он. Да я знаю, но потроллить-то надо. Сейчас забайт ведь сразу затроллить. Пускай попробует. Вот того при выезде надо за троллинг или блокинг, я вообще не знаю, за что забанить. Взял специально так медленно крался, чтобы перекрыть выезд из базы. Тогда нас надо протроллить, за троллинг забанить, мы же все равно век. Я не прикол видел, типа спор вышел у ирландцев там и англичан. Какой-то. Еще для один на Ирландии скрикнул: «Господи, позовите русских!» Англичане заткнулись и исчезли. На тему, когда 200 российских болельщиков там избили американских, ой, этих английских фанатов. Типа, когда 40 российских болельщиков переорали весь стадион. Не, был же случай, там, что там 200 российских фанатов сбили там около 1000 этих английских. Что там, ну тут тоже протесты приемлялись. С одной стороны можно, да, типа, ай, молодцы, а с другой стороны, ну вот этот дебил. Ну это репутация страны сразу можно. Ну, начнем с того, что они просто ответили на провокацию, их задирали, они терпели долго. А потом один начал, остальные продолжили. Начали-то англичане. И естественно же рассказали по-любому, что русские накинулись на бедных беззащитных англичан, которые просто мирно проходили. Причем мимо. Там болельщики-то российские, это ж не там из фан-клуба там какие-то бритоголовые, семьями прям шли. Просто мужики решили что-то ответить. Так получилось, что хорошо ответили. По статистике, самые агрессивные, это как раз английские фанаты. Да, английские клубы самые агрессивные. Расскажи это турку. Нет. Или вот. Голландцам, когда идет матч Антверпен, с кем там они играют, внутри тоже, не помню. Неважно, англичане, они именно самые, не то что агрессивные, самые, извините, жестые. Ну это такой же миф, как и завоевывающая нация, это русские, типа фильм. Почему? Нет, очень, ну как раз таки много, они как раз провоцируют, они считают, что их клубы лучше всех. А можно немножко это по поводу пьющей нации? Дело в том, что каждый год проводится рейтинг самой пьющей нации. Фины – самая пьющая нация. Блин, это... Не перебывайте. Так вот, оказалось, что по результатам, по-моему, то ли прошлого, то ли позапрошлого года, самые пьющие нации были, знаете кто? Литовцы. По количеству литров спирта на человека. Мы обогнали финнов и русских вместе взятых. У вас просто меньше. Ну, правильно, но тем не менее это не отменяет этого чувства гордости за страну. Нашел чем гордиться. У вас какие-то странные меры гордости. Значит, русских не понять. Бессильная логика наука. На прошлом долгу немного перепил литовцев. Ну что началось-то, а? Что, опять? Чует кошка, чуть сметану съела. Как он говорил,
Ну, бомбу России не понять, а шину мы, в общем, не измерим, да? Поэтому России можно только знать, в России можно только верить. Ну, так, так говорил, когда ты держали. Люблю тебя, Россия, мать. То, что ты такая. Минутка поэзии, Оцаныч. Че? Минутка поэзии, Оцаныч. Да, Хокку, Оцаныч. Там не было пяти слогов. Там были этому его пять букв. Эх, помню я те времена, когда проезжаю в Моргенштерн, можно было от Саныча услышать увлекательную экскурсию по городам. К сожалению, мы сейчас не проезжаем в те города, которые сейчас есть. Но скоро они будут. Ой, а это что, Румыния начинается? А ты маршрут не смотрел, да? Ясно, понятно. А у меня что, был бы выбор, да? Нет, ну ты бы еще начал раньше бубнить бы. Там это, просто, ну типа, точка разгрузки в Брашеве тебя как бы ни на что не натолкнуло, да? Извините. И когда сказали, что между Бухарестом и чем-то еще стоит точка отдыха, тебе это тоже как-то не задело, да? Так, а что не так с Румынией? Любимая страна, Сан. Да, есть такой пункт. Это страна, которую нужно сравнять с землей, потом выровнять, сделать нормальные автобаны и везде убрать светофоры. Дэн, думаешь, как я прям? Знаешь, я же порезал. Прям так и со всей Европой. Да не, я помню, что пролезу, просто не помню, что она заглохла. Зато меня пустили без проверки. Кого проверят картошку в кузове? Кто везет в Румынию не только картошку? Картошку? Ну, картошку. А мы везем картошку? Да. Один не смотрит, куда мы едем. Второй не смотрит, что мы везем. Вам хоть кокаин туда загрузят. Везем шторм. Какая разница, что в ней лежит? Одну а тебя ж ты не загрузила, а? На бой висим коксу. У вас неохота было. 36 тонн. Осмотрели. Везде заглянули? Кого досмотрели? Меня. Шарк, ты вот не вызываешь это, не вызываешь доверие, понимаешь? У всех картошка, но ты везешь явно что-то не то. Какую-то не такую картошку. Везет сало, чтоб почему смажет. Почему мне палки в жопу впихали за всю компанию? Смажет эти картоплю. Я уже накупила столько картошки, купили столько лука, что я не знаю, загорели даже картошки. А я вот рестайлинг своего дафа сделаю, и опять бомжу, у меня 4000 евро осталось. Ой, а сколько тебе налогов-то за твой рестайлинг видишь? Я 36 тонн вешу. Идея на 50 должна стать, хотя принял. Все весят 36 тонн, нормально. Это ты один 36 тонн вешу? Да. Ну, круиз 90. Ну, я считаю. Я тебя на 80 догоняю. А можно выше. Ну, что поделаешь? Говорить не круиз 90, а хочу 90. А вот теперь мне нужно сказать, хочу 100, да? У меня на 12. Нет смысла. У меня 12, только на 95 получается. Поехали. Вот она скоростная коробка. Нет, на 92. Правильно, что я не стал ставить. Не, на магнуме, да, действительно. Так, зато... Внимание, D7-3-100. Мы же реально мили хотим привезти, Саныч. Не поеду 100. Уже поздно быть большой.
Да. Я 100 не поеду, сразу говорю. Саныч, у меня машина только с завода, она привязана, понимаешь? Ну ладно, тут ограничение 100 километров. Ну и пускай. Чё они тебе эти ограничения? А эти ограничения для легковых машин? У тебя ограничения... А, вообще нет, согласен. Фигню слышу. Для грузовых показано 100. Можно спокойно врубать на 70, он будет ее спокойно вытаскивать. На вот этой скоростной. Просто что ручками это надо сделать, да? Потому что у него там 70, это 10. Тогда 85. Самая классная скорость. Сегодня чтобы надо купить этот новый USB-удлинитель. Ну, чтобы знать, передний панель не работает, а задней панели там есть возможность провести. Покупаю USB-удлинитель, залажу туда, смотрю, что там, оказывается, все порты заняты. Обидно. Теперь нужен USB-разветвитель. Это та вещь, которая вообще не работает. Это такое зло. Что, у нас на работе работает. И что вы на него ставите? Ну, он у нас подключен к каждому компьютеру. Там проверяем всякое. Туда подключаемся, периферию приносит. Чтобы это могло, знаешь, чтобы одновременно на нем могут работать два устройства? Конечно. Да. Ну, это типа как удлинитель для розеток, то же самое есть для USB 5, 4, 3, 2. У нас на 10 штук стоит. У меня был USB-хаб на 6 дырок, и он, кстати, подключался в розетку на 220. Ну, видишь, у тебя у нас USB на USB-хаб на 10 штук, и в принципе, ну, 10 спокойно туда всовываешь, и все 10 у тебя высвечивают. Я имею в виду, что у меня вилка втыкалась в розетку, и плюс он втыкался у меня в ноутбук. Ну, у тебя как зарядка работает еще, просто автономно. Ноутбук можно было использовать как зарядку. Заодно есть как USB-хаб. У меня был хаб на 4, но вышел из строя, потому что грелся. Потому что самый барыжный китайский был. Не, у нас получается, что у нас стоит 6 компьютеров, на 4 из них есть вот эти по 10 штук. В принципе. Хорошие хабы, они нормально работают. Все как-то было дело, что все 10 разъемов были заняты, потому что перепаивали эти флешки, добавляли памяти. Проверяли, чтобы находилась система очень. И маленькое ограничение 40. В принципе, это все работает, хорошая вещь. Ну, главное не дешевую купить. Самое главное. Потому что да, реально плату у них горят только. Да. Не, а с ними другая проблема была. Они расшатывались. Не знаю, нормально, до сих пор как это. Что воткнуть туда проблема, что выйдет. На кольце как второй съезд. Ну, единственное, что как зарядник не работает. То есть нельзя в него включить, чтобы у тебя телефон начал заряжаться. Для того, чтобы он работал как зарядник, на удлинителе должен стать такой типа конденсатор, или как он там называется, такая штучка. Рассказывай, что вы лечите? Втыкается в компьютере в красный, третий порт. И все работает. Вообще не работает. Я тебе говорю, не работает. Мы купили так. Не, вообще, ну проверяли. Ну он просто должен. Просто хабы тоже должны быть активны. Ну хаб активный. Все, вот видит эти 10. Он нет. Нет, активный в плане. Вот ты знаешь, чем отличается у тебя сзади на плате черный, красный и зеленый. Чем они отличаются? Полченьки еще есть. Желтенький, вообще зелененький, значит. Вообще нет, нет. Цвета нет. Желтенький это для аудиоустройств, для наушников. Для микрофонов, для аудиокарт. Черный, синий и красный, вот, точно. Вообще никаких цветов не чувствую. Черный, обычный, у синий. У меня тройка. У меня на ноутбуке оранжевый 3. Красный. Что делать? Красный. Я не понял, о чем вы вообще говорите? А какие цвета?
О цветах USB портов. Цвета USB портов бывают двух типов, обычный и синий. Все. Ну да, у меня вот так. Обычный это черный, синий это 3.0, но красный это активный. Когда ты выключаешь компьютер, они у тебя все равно работают. А, для зарядки. А есть еще желтенькие, которые. А есть еще желтенькие, которые для аудиоустройств. Они специально еще экранированы от помех. Ну на вот компьютерах, на рабочих не стоят красные. На рабочих, конечно, на офисах, хотя такого не будет. На хороших, дорогих материнских платах. Не, ну я имею в виду, что... На хабе обычно тоже один красный есть. У меня на старом ноуте, прям на корпусе, было два синих USB порта 3.0. И они в выключенном состоянии, мне заряжали телефон. Просто это с этого... Да, я заряжал телефон. Значит, пользовался. У тебя этот BIOS умел так активировать. Ну, на старых ноутбуках, вот у меня на старом ноутбуке, можно было через дисковод запустить систему, можно было через флеш. На любой материнской плате один USB-шник 3.0, 2.0, без разницы какого он цвета, он активный, чтобы BIOS подхватил его как USB, ну, этот считывающее устройство. А как узнать какой? Методом научного тыка. Ну, да, некоторые да, но я знаю, на SP-шках как это... Который один. Какой SP-шках? Это на SP-шках это тот, который один на грани. Вот он один, и с него будет считывать. Ты имеешь в виду тот, который на этом, возле LAN? Ну, я не знаю, я же говорю, вот у меня это справа, то есть под подачей питания. Вот у меня два дня. И считывает с него. На Asus у меня было по левую сторону, возле LAN. Но он так, тоже был один на панели. А вот как на компьютере они по-моему, там же два ряда, куда обычно мышку с клавиатурой. И потом еще один. Вот этот третий, по-моему, есть. А у меня четыре сзади, с задней стороны. И еще 4 спереди. У тебя 4 сзади и спереди. Я говорю, с задней стороны у меня 4 USB, еще 4 спереди. Спереди не рабочие, они не активные, только сзади. Да, подожди, где у тебя сзади и спереди? Саныч, иди в жопу, пожалуйста. Я про USB тут, мне сейчас, я хотел выяснить просто. Я понял твою шутку и все такое. Без обид. Я сзади у мамки 8. Два третьих, два активных, 4 блоки. У тебя мать года получается. И плюс на ней еще под 4 кава. Который, ну, типа добавочный можно было. Впереди порты тоже как подключишь, могут быть рабочие. Не знаю, не, они все работают. Нет, они все работают, я говорю, ну вообще с завода только один, по-моему, USB-шник, материнская плата с BIOS'ом считает считывающим устройством. Потом уже, когда ты загрузил драйвера, у тебя хоть все 28 штук у тебя на корпусе могут быть рабочие. Но если слетела винда, то активным останется только один актив. Да сейчас любая мамка поддерживает. Так, да и получается, чтобы проверить, нужно выключенный комп, ну, в дежурном надо, режиме, да, в него зайти, потыкать. Тебе надо зайти в BIOS, выбрать, загружать с USB-порта или DVD-диска ROM, по-моему, так это называется, и просто повтыкать флешку автозапуска в эти и запустить его. Он же будет запускаться не с DOS, не с диска C, не веду тебя грузить, а пытаться подхватить вот этот вот флешку. Какой порт подхватит флешку, то есть. Ну, я с переднего устанавливал винду и все подхватывал, вообще без проблем. Ну, у тебя стояла винда? Да нет, вообще, когда новый комп был, новый жесткий, все новое, воткнул флешку-то запустил. Витализацию ни у кого не выскочил? У меня. Да у меня не работает. Он был сказать, что нет, просто. Ну, вроде больше ничего. Она выскочила, сразу попала. Напомнила, что не расслабляйся.
Круиз горочка. Красиво. Хочет 85. Круиз Чеймс. Что-то у нас сегодня прямо аж долго. Обычно. Обычно. 18, 19:23 приедем. Едем. Сколько? 2 часа будем ехать. Мы всегда едем 2 часа плюс-минус 40. Ну, лучше минус. Всегда приезжаем под выезд этого субботнего. Держитесь. Там просто кашля, да, что-то все готово. Съезд справа. Я сказал бы, что вы можете по кольцу проехать этому углу, но лучше вокруг. В смысле, как по кольцу или вокруг? Ну, некоторые через кольцо срезают, но лучше вокруг. Да, это вообще... Я таким никогда не занимался. Вова, как вы остановились, прикольно. Да я сам в шоке. Можно разогнаться и прямиком через кольцо перекатить. Да, как на том видео там с микроавтобусом, да? Если можно, я попробую. В сторону отвернуть, а он на вираж не ушел. А там встречка моя, нас аккуратнее пробуй. Там и встречка не стоит. Да тут и сад тормозят все, не разгонишься. А встречка вот и пойдет. Сейчас. Я вряд ли тут таким отбойником получишь, нормально полететь. Короче, Гога, я не знаю, как мы сейчас будем ехать, потому что а у меня такое? Ливень и туман. А я тут при чем? Медленно и печально. Сейчас чуть Машу не поцеловал. Это волку мол. Это 2 раза чуть не поцеловал. Точнее, поцеловал. Ты аккуратно в словах этому, там сзади уже на уже со сковородкой стоит. И сам так не пугай. Я же вернулся, посмотри. Да я Роме говорю этому, а не тебе. А ты подумал, что твоя стоит, да? Не, просто не раз слышал, кому ты говоришь. Значит, есть чего бояться. Пришел. О, это походу лег. Оранжевый какие-то. Кузов почесать? Укрой его, дождик идет просто. Фига, он выпрыгнул. А, там это канал это. Я чё? Да чё ты мне за дальним бегаешь, а? Я ж тоже где-то застрял так в канаве на колонне. Кто? Да, бегает мне задним дальним. До критического управления такая канавка была. А, что это впереди меня? Я же тебе говорю, ты что-то луку ему не чмякнул. Или не чмокнул. Тоже сами там разбирайтесь, какие у вас отношения. Попкорн доставать с такими-то разговор. Чисто деловые. Я бы лукума это боялась, у него есть попугай, который умеет прожимать пробел. Лук может просто колом стать. Не, я школу не становлюсь, когда этот, когда ручник просто. Не, он сегодня чуть не погиб, попугай. Ну это так. В очередной раз. Не из-за этого, я же... Потому что он в тумане исчез, я не вижу, когда он останавливается. Он появляется у меня. Вот он, значит, дистанцию возьми. Да, вот в том-то и беда, что я тебя отпускаю, я тебя потом не вижу. А зачем тебе меня видеть? А ты появляешься в 50 метрах. В тумане? Ты у Эрнеста спросишь, а бываешь, когда не держишь. Че, варили суп и крышку не закрыли или че? На кольце второй. Ты про кого-то попугая? Ну. Она опять на кнопку прыгнет.
Если бы вращался с выездью, да? Есть контакт. А шо вы тормозите так резко перед кольцами? Я не знаю, Саныч, что с Валерой 20 километров проходит. Кто там меня втесался, не убился? Вы попробуйте с стабилизацией этого на твердости пойти. Я не первый этаж, я только повторяю. Я так же заваляю. А меня кто-нибудь врезался? Да, он врезался. Я решила Дэна не убивать, потому что мне кажется, если бы я еще в Дэна врезался, он бы улетел. Меня так дернуло, я думал, сейчас полечу. Орбитом. А летать я не умею. Как Мурманск, как Макмин. Так тут против Мурманска-то нет. Макмин в Париже. Это он тебе сказал, а сам в Мурманске. Походу, что искать одоление. И то на промоде. А что ты думаешь, с Румынии до Парижа близко лететь, что ли? Да я на машине доеду. Да, тебе в Лос-Анджелес лететь от того ближе в другую сторону. По умолчанию. Ну, ближе-то ближе, но с пересадками всегда дешевле. Блин, на чем он летит? Он полетел в одном курсе туда. Папа последний раз в Чехию улетал на лоукосте, ну а чешская компания теперь сад. Сел в Одессе, вышел в Праге. Говорит, блин, полчаса взлетали, полчаса садились. Говорит, классный полет. Ну это я так, с Москвы в Питер, там 10 минут, да, из них. Ну, полета, а полета 20 минут, остальное все взлет-посадка. Я с Симферополя в Питер летел как-то, тоже как бы не сильно-то и долго мы там летели, там 3 часа, 3,5 часа весь полет, час посадка, час, ой, это полчаса взлет, полчаса посадка, это был в воздухе там сколько, 2 часа? Мы как-то из Минска летели в Австрию, в Вену, была плохая погода, ну, шторм, как полагается, дождь, гроза, красота, я сплю в этот момент. Все остальные пассажиры как-то переживают. Ну да, ну трясет, не трясет, ну и что? Ты просто спишь дальше и все. Подходит, потом подходит стюардесс и говорит, а мы уже прилетели. Это называется не трясет, а убоюкивает. Я через ситуацию летел с этой Адана Истанбул. У нас тоже полет был, написано там час 10 или час 15, так вот. Сам полет занял тоже что-то порядка 25 минут, остальное все время так ждет посадка была. Мы садились в дождь в Питере, блин, так классно. Летишь, темно, тучи, ни черта не видно. И такая земля, буквально метров 100 и земля, и ты такой... А что, в Питере бывает нет дождя? Бывает пару дней в году. А. Бывает, да. Я когда прилетел, целый день дождь шел. А утром, когда улетал, яркое солнышко, припекать начало. Такое солнышко говорит, лети на работу, приезжай в следующий раз. Она просто говорит, артист, не понравилось, что ты приехал, валяй отсюда. О, ты улетаешь, знаете, солнце. Я вам больше скажу, я улетал, у меня было ночью 32 градуса в Симферополе. Я в Питер прилетел, ну да июнь, что ты хочешь, конец июня. 32 градуса ночью. Я в Питер прилетел в шортах. А там этот, блин, 10 градусов. И дождь минус фигарит. 10. Не, ну не минус, 10 градусов было. Вы два рядом можно, Саныч, да? Да. А я вышел такой в шортах. Чё-то прохладно. Стоите, да? Все в куртках. Владка приехала в зимней куртке. Ну, для меня это зимняя куртка, для них это осенняя. Я пайту достал, в такси прыгнули и поехали. И все питержане на тебя смотрят, какой ты добрый приехал. Ну, ну да, как бы. Ты постеснялся хотя бы семейные трусы бы перекрыл. Держитесь, затем поверните на
на Алиэкспресс же что-то назвать семейные трусы, блин. Там на Алиэкспрессе проволока не хромовая называется. Ни хрена резистор. Целый моток, да? Ну, типа, ни хрена резистор. По факту. Давай, давай. А Егор, ты можешь быстрее проезжать светофоры, а? Скажи это Шарк, а Шарк скажет Лук, а Лук ему скажет Маша. Мы вообще-то в колонии. Маша проезжает на красный, у нее личный. Взорвала цепочку. От красного и проезжает. Именно последний... Маша, а ты можешь чуть-чуть помедленнее светофоры проезжать? Я буду становиться на красный. Дэн, ты красный не словил, ты на красный повернул. Да, мне как бы так же, как тебе. А, понятно. Все. Я просто половина личников. Не, я просто пока... Ну нафиг, я притрабужу зелёного. Первую половину колонны я просто вспоминал, что я всё ещё помогал на личном. А как Тыркур проезжает? Тыркур... Что? Тыркур проезжает. Я ж чуть не ушёл. Как читал, так куда? Читал. Куда? Мираж? Ты гурмуреешь, он чуть не ушел. В речку. Румы так искать. Румыны тебя сами найдут. Ну а там уж не пришли. Чувствуете? Смотри. Чувствуете, прицеп легче становится? По-любому. Ничего себе, ты поворачиваешь. Занесло. Что там, такие стрелы? Я думал, приляжешь сейчас. Я тоже так думаю. Токийский дрист. Не, пролет в колесо. Корунка. Что за завод, интересно, такой? Биолаборатория по короне. Чё? Биолаборатория по короне. Так её румыны придумали. Да, почему румыны сразу? Нет. По-румынски корунка. По-русски коронка. Потому что оружием сейчас занимается в Европе. Украина. Правильно. Бедный, несчастный НИИ на Херсонской области. Ни хрена это не работал, и тот разбомбил. Где там еще раз бомбили тоже. И биологическое оружие создали. Мы с Тамарой в НИИ проектируем. Вот то, что проектируем, возможно, там проектировали. А что проектируют? Не знаю, где-то... Головку от телефона. Когда мы в этом, когда я в Донецке полгода жил, ну, мы куда-то там ездили, отдыхали, вот, и мне пацан показывал, ну, вот завод, какой-то там, ну, короче, биолабораторию. Говорит, ну, там, вот, типа, я работаю. Вот, типа, туда пройти, ну, нельзя, там, сильно военный, военный объект. Любая биолаборатория — это военный объект. Чё, а чтобы разрабатывать химическое оружие, ну, а это надо... Для того, чтобы разрабатывать биологическую бомбу, достаточно зайти в любой сортир на территории любой страны. Общественный. Да, бесплатный, главное. Бесплатный, главное, что называется грязная бомба. Ну, она же бомба. Там, блин, по струе к тебе может залезть, зараза, вверх. Как кефаль, да, когда на нерест идет? Против течения. Да, шаланды полные кефали. Производная копченая колбаса, плавленый сироп, мак, колокольчик. Газы сугубо ушливые.
Это не было. ДМВ вспомнил, да? Это ж классика. Это да. Мне частенько в ТикТоке попадается. Вот откуда молодежь узнает о классике с ТикТока. Так я смотрел его. Закрывать надо его. Блокировать. Так его типа заблокировали. Нет. Заблокировали аккаунты. Типа. Русские аккаунты заблокировали. Что не заблокировали? Не заблокировали. Отделили. Там запретили выкладывать какие-то видео. Ну, а в которых призывают убить Путина. А у нас просто люди взяли предыдущие версии этого ТикТока, сделали обход, установили поверх, ну, эту новую удалили, старую поставили, и все, и просто не обновлять его. У меня мелкая сказала, что у нее заблокировали ее аккаунт. А я говорю, ну захожу, вот сегодня, по-моему, я заходил, говорю, а ты что там, она в телефоне. Да, говорит, ТикТок, я говорю, так тебя же заблокировали. Да нет, говорит, мне заблокировали аккаунт, я создала новый и сижу дальше. Не знаю, мой аккаунт не блокировали. Я без VPN. Без VPN в ТикТок захожу и все отлично работает. Ну, я сейчас расскажу, как это работает. Украинским пользователям заблокировали показ российских видео, содержащих контент насчет этих действий. Уже по хэштегу война, и вот это все выскакивает только украинский. Не-не, кстати, в Беларуси, когда смотришь некоторые YouTube-ролики, то же самое говорю, вы скажете сейчас сообщение о том, что показ этого ролика запрещен в вашей стране. Ну, у нас вот вчера с этим показывают. Я была, ну, типа, было пару таких смешных скетчей от россиян, и я теперь не могу. Ну, то есть я захожу на их страничку, а посмотреть их видео рядом не могу. Я все работаю, мне никаких запретов не выскакивало. Без VPN. Я вам больше скажу, я вообще TikTok в Крыму не работает. Ну, не работает и все. Вот если ты там мобильной связью пользуешься крымским, но он не работает. Что, ты не можешь деградировать, что ли? Нельзя зарегаться, ничего типа сделать. Но я же зарегистрировался в Крыму, находясь в TikTok. Я первый раз в жизни установил TikTok, когда вот был в прошлом году, я был где-то, вот тогда и зарегистрировался. Палец не начал болеть больше? Начал. Нет, пожирает время. Единственное приложение, которое требует сейчас мне включения VPN, чтобы зайти, это Facebook. Но я и туда перестал заходить, потому что он превратился просто в политическую побойку. Даже если тебе надо... Да, и что-то надо по работе найти, там... Хер найдешь. Не знаю, ВКонтакте все меньше и меньше политика, все больше мемчиков. Единственное приложение, которое требует VPN, ну, именно приложение, это Pornhub, чтобы не авторизовывался через ВК. Остальная фигня, ребята. Ты как же надо человек с детьми, до сих пор пользуешься Pornhub? Я тебе просто говорю, что единственное приложение, которое в принципе... А ладно, просто, ну... Попиляции расскажешь. Там бесплатного трафика. Бесплатного трафика не хватит на него через VPN. Там на месяц только 10 гиг дает этот WinScribe. Не знаю, я Маратоном пользуюсь, там полностью бесплатный трафик и прочее. Мне за Roadtrack, ну я же оттуда качаю все через Roadtrack. Потому что то, что там говорят, что Roadtrack разблокировали, не тебя не разблокировали. Да там не то разблокировали. Там уже несколько этих. Чисто RoadTracker, ну, RoadTracker.org не разблокировал. Подожди, у меня RoadTracker работает направо и налево. Именно org или org и a? Org. Просто org. Работает. Да. Ну, я просто напросто весь Беларусь, как бы, я смотрю. Я только через VPN. Причем он у меня не заблокирован Роскомнадзором, он у меня заблокирован на уровне провайдера. Вот, Роскомнадзор, может быть, и разблокировал, а провайдеры не разблокировали. Роскомнадзор не разблокировал. Ну, у меня не выдает от Роскомнадзора надпись, у меня выдает именно от провайдера. А раньше выдавала именно от Роскомнадзора. Роскомнадзор его... не сможет разблокировать то, что не заблокировал. Его не разблокировали, его убрали из одного из реестров, а остальных только остался.
он в нескольких реестрах запрещен. Ну, в общем, короче, он не работает, и это факт. Я сегодня изучил эту тему просто. Поверните направо. Хотя, чтобы зайти на него, нужно сначала все это зайти. А майонез как-то подготовился к слову. Нужно, чтобы я в него зайти, нужно плагин на браузер просто поставить и все. Я включаю WinScribe, захожу, скачиваю торрент файл, отключаю WinScribe и уже своим трафиком качаю. Я просто главное там этот, сам торрент файл главное скачать оттуда, и потом VPN уже не нужен. Это да. Я просто протоном пользуюсь, потому что я на Season War смотрю сериальчики. Кстати, видели, да, как кино Кинопоиск, как на Кинопоиске смотреть бесплатно все? Интересно. Там как? Нечего смотреть на Кинопоиске. Хорошо, вопрос из знатока. А что из себя представляет i5 750? Такое себе. 700? Нет, я вообще... 70. Я вообще... 70. 750, по-моему, называется. 70. Нет, подожди, есть разница между 750 и 7500? Но... Может, 7500? 750 это что, первое поколение? Не-не, это не первое поколение, это немножко дальше. 750 это если я прав... Нет, подожди, а разве был 750? Нет, есть, да, 750 это третье поколение вроде бы. Нет, третье поколение, оно немножко другое. Там изначально уже 4 ядра, а тут, видимо, 2 ядра. Нет, это же 750, это... Есть младшие версии процессоров, которые с тремя цифрами. Это... Есть еще, я думаю, там чипсет другой, получится 1156. Это совсем старый, да, это, короче, может и будет. Короче, это фуфло. А, нет, ну просто у меня 1155 как бы. Ну, 1155 лучше. А, ну тогда понял, спасибо. А еще лучше 1200. Смотри, на 1155 себе ставь какой-нибудь аналог i7 в плане этот. 3770K. Вот смотри, у меня стоит... Это лучший процессор, который может быть. Какой ты говоришь, может у тебя стоять? 3770K. Ну окей, это с разблокированным множителем. Оно же 3770 обычным, может быть. С K тебе обойдется подороже, потому что у него множитель разблокирован. Но учти, что тебе для такого процессора вообще по-хорошему нужна хорошая мать. То есть то, что у тебя 1155 мамка, какая она у тебя? У тебя она же по-любому там H, правильно? Что? Ну, у тебя материнки какой? А, чипсет. Чипсет. Да, ну, чипсет какой? H или Z? H. Да, не, нельзя. Ну, это такое себе. Минимум B надо. В любом случае, ты можешь поставить себе E3 E3 1240 V2, такой, как у меня. Он там стоит не сильно дорого. И, ну, при том, что как раз таки у тебя H, и тебе разгоняться, ну, не получится, как раз он как самый лучший вариант. Потому что тот же 3770 хотя бы, как минимум, нужно, чтобы мамка умела делать автопост. Ребят, я единственный под детей Шарка засыпаю. Ты от Румынии засыпаешь, дети Шарка не... Я просто еду, даже дорогу не пытаюсь поймать. Это скучная Румыния, Фликс. Что, у меня тут такой трэш. Слава богу, что мы уже приехали. Дети, собака. Че, сразу дай? Не становись, не становись. Я сдаю груз, там его и сейчас. Слава богу, приехали. Если на своем грузовике можно сдавать, да, Санки? Так тут только свой грузовик. А, Витя, ты в Крика засыпаешь? Да. Как так? Потому что я сегодня в ночь работал. Они шарут, шумят вообще. Я в ночь еще не работал, я еще не спал свои сутки. Даже вторые сутки не спал. Да все поехали. Шарк, поверь, это еще не крики. Ну это еще не крики, да, потому что я их утихомирил. Ты так их утихомирил, что они... Да, это они сейчас... Сонно кричат. Че, ночь мы сдаем, че, ночь? Да, сдавайте все. Таким голосом, Фликс, вот спамят, мы с ними. А мост один такой говорит, что он хочет спать, мы за рулем.
попробовать с тобой мозг разговаривать. Я к психологу пора. Для начала вы сдаетесь. Так, ладно, оставайтесь, я сейчас прилечу. Кто там следующий? Кто тап не сделал? Я тап сделал. Кто там я по записи? Я тап не сделал. Ай-яй-яй, Сандер. А ты можешь загрузить сейвы и еще раз сдаться. Вот чуть-чуть дальше встанем буквально на сантиметр, чтобы зеркало моим не трогать. Так, следующий. Заведующий. Сказал заведующий, да? И к тому же мы встанем по диагонали, как я стою. Валера. А, все. Следующий. Давай, давай, дальше. Кажется, Саныч. Товарищи, не стесняемся. Заведующего у нас сегодня много. Вау! Учись, как разворачиваться надо. Так, майонезкин, блин. Так, немножко дальше. Хорошо, что не в реальности. Еще? Не в реальности. Вот, хорошо, еще чуть-чуть. А то бы мозг сказал, посмотри, птичка. Так. Майонезкин, чуть дальше от Сандера. Понял, да, майонезкин. Дальше от Сандера, пожалуйста. Не к забору этому, а от Сандера. Ближе ко мне. Так мы на таком же расстоянии. Не на таком же. Прижимайся к Сандеру, он стесняется. Теперь слишком много. Я слишком много. Майонеза много не бывает. Майонез, перестань растекаться, ну-ка, соберись. Следующий. Соберите в банку. Кстати, советую всем Google диск перекидывать на Яндекс. Заранее. Есть приложение интересное. Air Explorer. Там можно, даже на телефоне. За кабину или чуть ближе к кабину? Нормально. Сегодня я заходил в магазин, присматривал эти наушники, эти беспроводные купить. Главное смотрите, чтобы по боковым правым зеркалам вы были на одной линии. Не пойму, в чем разница у них там цены от 3000 до 10. Ну за 10 000 ты отдаешь 10, за 3000 дашь 3. Ну эти беспроводные имеются в виду для телефона, вот эти ухи затычки. Кто там дерется, Я себе это купил. Тут полкалежи не преувеличен. Взял меня тут. По бордюрам там скачет что-то, короче, я виноват. Ну там есть сяомовские, они там стоят 3000, 4 часа написано экономки, да. Самсунговские за 10 000 7 часов там на работе. Че, логисты против кадровиков, да? Блин, не знаю, что там обсуждаете, я купил за 300 рублей, нормально работает. А я в свое время купила за 2000. Беспроводная зарядочка. Что тут еще? Шумоподавление, которое можно выключить хуавеевское. Работает. Шикарно, уже 4 раза упали. С кейса вывалились. Там тоже хонорские лежат, сяомовские лежат. Самсунговские лежат. А до этого лежат. были мишные. Сяоми. Вообще ни шумоподавление, ни хрена, короче. Мишные. Да. Берем, если один наушник вставляешь, разговариваешь, тебя вообще не слышно. То, такое ощущение, что ты, короче, стоишь, это рядом, где вагонетки гоняют, короче. Мимишки, я сегодня смотрел 11T.
Ми-11Т, еще там Ми-11 какой-то. 45 тысяч рублей. Бля, пипец. Не знаю. Я их сравнила со своим, думаю, шла. Ну, как-то да. Лучше Samsung телефона нет. О, сгин. Достаточно? М31 берите, не пожалеете. Нет, 50. Достаточно? Или еще ближе? Сейчас нет достойных телефонов. Я чекал. Тишина, значит, достаточно. Есть, конечно, один телефон, у него батарея 13 ампер-часов и весит он полкилограмма. Красиво. Прикинь, полкилограмма. Это там, где на Powerbank телефон напаяли? Наверное, да. 13 тысяч, блин. Это можно отбиваться от нападающих таким так телефоном. Прикинь, гиря такая, конечно. Мой 200 грамм. Мне, пожалуйста, наушников за полкило. Я какой-то себя смотрел противоударный тоже там. Это не противоударный он. Он просто с большой батареей. А это именно противоударный, походный. Вот он тоже там что-то 11 или 12. Да, ну, первый. Давай, Шарк, уже тушься. Шарк, давай, я тебе машу, давай. Давай, слева от меня остановись. 20-12 уже на работу завтра. Еще груз не довезет. Ой, какую ты левую, оказывается, а? Конечно, еще трехосный, блин. В принципе, если его на крышу поставить, а колеса, это, ось на забор положить, то он влезет. Так, вроде устали, да? Сделайте кто-нибудь фото. Потому что у меня камера так себе. А, и просьба к логистам на следующую неделю, ну, в качестве эксперимента колонну вам перенести на час вперед. На 18-15. Ага, хорошо. К Маше это не относится, потому что у Маши на следующей неделе год, и она обещала нас покинуть в отпуск сразу. Расстаиваться. Ну, не ждать все равно, смысл. Тортик. А вот видишь, как это, во внештат перевели, сейчас я там месяц отсижусь, а потом... А вот все равно, пускай все равно не будет. А когда вернешься с отпуска, пожалуйста, тортики, шмальчики, все подобное. Ага. Простаиваться. А тебе можно? Мне? Мне. Ну что, сфотались? Да. Ну все тогда. Че, какие дальнейшие действия-то? Спать. Сандер тут? Дети меня убаюкали. Че, этот, экзамена не будет? Нет, на его записываться надо вообще-то.